Меня зовут Илья Кремер. Сегодня я буду модератором нашей беседы, встречи, посвященной женскому здоровью. Ну и сначала несколько слов. Прежде всего, мы хотим поблагодарить ресторан «Авив» за то, что они нас сегодня так вкусно угощают, тепло принимают. Ваши аплодисменты. Второе, что важно сказать, это то, что сегодня, 28 мая, отмечается Международный день здоровья женщин. И этому мы тоже поаплодируем, потому что значит, что сегодня мы собрались с вами не просто, а осознанно и будем заниматься собой любимым. Меня, конечно, как мужчину возмущает, что мы все время говорим о женском здоровье, но я надеюсь, что мы это исправим, рано или поздно поговорим о мужском. Правда, представитель Ильинской больницы? Итак, сегодня мы здесь, можно сказать, продолжаем наш большой спецпроект, посвященный женскому здоровью. Мы — это редакция глянцевого издания «На Рублевке Лайф» и Ильинская больница. Уже в рамках нашего вот этого большого обсуждения прошла одна встреча в Ильинской больнице. Уже мы сняли большое интервью с руководителем Центра женского здоровья Ильинской больницы Антоном Ильиным. Наше шоу «Лицом к лицу» с Яной Минчук. И, собственно, для вступительного приветственного слова я приглашаю сюда на сцену, ко мне, на импровизированную сцену, Яну Минчук. Ваши аплодисменты. Главный редактор издания «На Рублевке Лайф» и издатель нашей газеты. И Илья Кремер. Да. Наш продюсер всех наших шоу. Здравствуйте, дорогие девушки. У нас с вами уже была такая встреча в стенах Ильинской больницы. Было очень много запросов продолжить эти встречи, потому что всем нам интересно. И говорить про мужское здоровье можно и через женщину, потому что женщина — это, собственно говоря, тот самый кит, на котором стоит вся семья. Мы всех лечим, мы всех заботимся, о себе-то нам тоже позаботиться. Поэтому, собственно говоря, и хотим, чтобы вы не стеснялись сегодня, задавали все неудобные вопросы. Если неудобно задавать, пишите на листочках, и ассистенты передадут эти вопросы нашим врачам, которые сегодня нам ответят и расскажут, как правильно поддержать качество жизни женщины и как после рождения детей, много детей здесь есть, я знаю женщины, у которых уже много детей, поддержать свое качество жизни относительно избыточного веса. С чем связана эта проблема? С проблемой можно не только с тем, что мы едим. Мужчины не толстеют, вот честное слово. Я сегодня целый день вылечили. Буду фонить. С чем связана такая проблема у женщин? Все мы ищем эту загадку, эту разгадку, и нам помогут ответить врачи, гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, психологи и хирурги. И хирург, да. Мы вернемся к этому. Я хочу сказать о том, что если вдруг кто-то еще не видел интервью Яны с Антоном Ильиным, руководителем Центра женского здоровья Ильинской больницы, то я прошу вывести на экран QR-кодик для того, чтобы можно было его отсканировать в закладочке на YouTube, отложить. Если вдруг вы не знаете, как это сделать, то просто заходите на наш сайт, там все найдете. Ну и есть еще один QR-код, это наш телеграм-канал, в котором есть огромное количество новостей. Сегодняшняя встреча точно так же, там будет и репортажик, и видосики, и вообще мы, в принципе, суперконтактные. Поэтому, если вдруг вы что-то пропустили, то можно сейчас отсканировать, и в конце встречи я обязательно тоже попрошу на экран это вывести. У нас был план про сегодняшнюю нашу встречу, о том, что модерировать ее будем мы вдвоем с Яной, и я здесь для бодрости, ритмики и юмора, возможно, Яна должна была отвечать за женские вопросики, но жизнь несла свои коррективы. Ну да, у меня есть сегодня событие в жизни важное, у моего младшего сына сегодня ЕГЭ. А в семье? Ты плакать? Вы видели, она плакать удумала. Нет, нормально все, держись. В общем, Яну мы должны будем отпустить, поддержать сына, забрать с первого экзамена. У меня традиция, что я всех детей забираю с экзаменов сама. Да, вот. Поэтому мы отпустим Яну, правда? Мы справимся сами, я считаю. Но мое место займет Мария, которая поддержит все ваши вопросы, тоже задаст их врачам и будет помогать вам общаться. Отлично, микрофон перешел. Перешел, да? Конечно, добрый, уже добрый перешел. День всем. У меня появился второй ведущий, и это значит, что мы, в принципе, можем начать.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча пройдет в таком формате. У нас для каждого специалиста, для каждого врача есть отведенные 30 минут времени. При этом первые 10-15 минут – это будет выступление врача, который расскажет в принципе о проблематике излишнего веса в вопросе женского здоровья по его профилю. А следующие 15-20 минут, мы будем по возможности смотреть, мы будем с вами задавать вопросы. Я буду подходить к вам непосредственно, к поднятой руке, давать микрофон, будем формулировать, задавать. А также Мария отсюда вместе с врачом будет модерировать ее. Принцип ясен. Все догадались, у меня сегодня полный зал девушек. Несмотря на то, что я блондин, вы подсказываете мне, что понятно, что не очень. Я еще из Эстонии, слушайте, это же вообще тяжелый случай. Поэтому мне нужно, чтобы точно все поняли. Вот, молодцы. Так точно понятно. Ну что, начнем? Пригласим первого врача. Ну что ж, дорогие друзья, да, первый врач. Я думаю, под ваши бурные аплодисменты. Ведь в день, в Международный день здоровья женщин, сегодня как никогда важна встреча с акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики Чекиневой Натальей Александровной. Ваши аплодисменты. Наталья, вам как комфортно? Хотите, можете там, можете сюда, с этой стороны. Чтобы было видно всем. Я думаю, что сюда, здесь, отсюда, вот я, по крайней мере, вижу всех. Знаете, есть закон такой, если вы видите камеру, то камера вас видит точно. Со зрителями работает так же. Если вы зрителей видите, они вас тоже видят. Работает? Давайте попробуем. Можно поближе, не бойтесь его. Отлично, точно. Ну что, начинаем. Тогда, Наталья, вам слово. Добрый день, уважаемые дамы. Нам очень приятно, что эта тема интересна. Я начну все-таки как представитель Центра женского здоровья, как акушер-гинеколог, немножечко говорить о влиянии на здоровье избыточной массы тела и ожирения. Меня зовут Чекинева Наталья Александровна, я акушер-гинеколог, детский, взрослый. Специализируюсь я на эндокринной гинекологии. На самом деле, напомню о том, что у нас этот центр существует, и мы очень рады заботиться о вас. У нас есть для вас индивидуальный подход. Мы стараемся все-таки исходить из этого всегда. Но я немножечко этим слайдом покажу. У нас будет выступление нашего эндокринолога, который больше расскажет, что такое ожирение. Но акцентировать на этом ваше внимание я должна. И как детский специалист хочу сказать, что, во-первых, это заболевание. Во-вторых, к сожалению, увеличилась встречаемость и заболеваемость избытком массы тела и ожирением у детей за последние 2 года, практически в 4 раза. И это нас очень сильно волнует. На самом деле, если мы говорим о ранних этапах, я отвечаю за женское здоровье, это про девочек. На самом деле, конечно же, на первом году жизни мы тоже, к сожалению, можем встречать и избыток массы тела, и ожирение у детей. И связано это не с малоподвижным образом жизни, он физиологичен для таких деток в периоде новорожденности, в периоде младенчества. Это, безусловно, связано с калорийностью молока и с использованием, к сожалению, все больше и больше смеси для кормления деток. По мере взросления малыша мы уже говорим о том, что мы можем регулировать прикормами и возрастом введения прикорма, и его калорийностью и питательностью, и от этого будет зависеть здоровье нашего малыша. А пищевые привычки, в принципе, у нас формируются не только в детстве, на самом деле еще внутриутробно, когда ребенок заглатывает околоплодные воды, когда он получает информацию о вкусовых предпочтениях мамы, о том, из грудного молока, о том, что любит мама, что она чаще ест, и от этого тоже строится его пищевое поведение. На самом деле у жировой ткани, мы сегодня об ожирении, есть прекрасная сторона, так как это гормонально активная для нас, для врачей, ткань, у нее есть прекрасная особенность, это выработка определенных гормонов, которые на самом деле являются одним из пусковых механизмов, например, тот же лептин, который запускает или инициирует половое созревание, половое развитие, пубертат. И это для нас очень важно, на самом деле, за счет этого происходит активация таких желез, как гипоталямус и гипофиз, которые находятся в головном мозге, и потом устанавливается тоже за счет количества жировой ткани, на самом деле,
деле устанавливается у девочек вот эта связь между гипоталямусом, гипофизом и яичниками, равно как и с другими органами. Поэтому и стартует у нас, собственно, пубертат с начала роста молочных желез, с роста стержневых волос на лобке, в подмышечных областях. И происходит первое, случается первая менструация и, собственно, установление менструального цикла. И на самом деле, вот здесь мы сегодня про ожирение, но про дефицит массы тела тоже нужно сказать, потому что у нас есть определенные параметры. Я сейчас не хочу ни в коем случае вот всех уравнять, но все-таки у нас есть статистически доказанные данные, что при росте в среднем 156 плюс-минус несколько сантиметров, вес нашей девочки для того, чтобы менструация случилась, должен все-таки быть порядка 45-47 килограммов. И жировая ткань имеет тоже здесь большое значение, потому что ее должно быть не менее 20-22%. Только тогда мы можем говорить о том, что у нас будет случится овуляция, случится менструация и установится вот эта вот регулярность менструального цикла. Поэтому если в это время, в этом возрасте, а в течение 3 лет все-таки, как я обычно на приеме говорю, сначала у нас мальчик с девочкой дружит, потом женится, потом дети появляются. Вот так же у гипоталямуса, гипофиза, яичников. Вот эта связь, она налаживается в течение 3 лет. И если у нас в эти 3 года что-то происходит, либо ожирение, либо дефицит массы тела, я сейчас позиция именно женского здоровья и веса, то вот здесь мы более долго будем или будем иметь проблемы какие-то, либо будем очень долго ждать этого установления менструального цикла. И действительно, жировая ткань, если мы говорим уже не о дефиците, а о нашей теме ожирения, то это гормонально активная ткань, которая производит в том числе очень высокий уровень общий эстрогенов. Там не очень хорошие эстрогены, это не наш любимый эстрадиол, который отвечает по-хорошему за женское здоровье. Там вырабатываются и другие эстрогены, которые, в общем-то, могут и чрезмерно, да, стимулировать или рано могут стимулировать яичники. И тогда мы можем, к огромному сожалению, получить то же самое преждевременное половое развитие. Да, это будут более легкие формы, да, оно будет не тяжелое, не центрального генеза, но, тем не менее, вот эти ситуации мы можем заиметь, если мы не скомпенсируем. А девочки у нас всегда склонны набирать вес, да, в предпубертате, в начале пубертата, мы это знаем. И, в принципе, здесь как раз вот этот запуск пубертата. Но когда у нас чрезмерное количество жировой прослойки, жировой ткани, конечно, здесь мы будем иметь нарушение цикла. И такие девочки часто страдают отсутствием менструации длительным, либо задержками менструации, либо чаще, конечно, обильными и болезненными менструациями. Это то, с чем мы встречаемся. А подростки, мы понимаем, что это крайне социально активные люди, и они зависят от мнения своих друзей, подружек, и явно не от мнения мамы. Чаще всего, я не говорю про всех, но есть такие периоды жизни, которые, конечно, ухудшают значимо качество жизни. В репродуктивном периоде примерно механизм тот же самый, и мы встречаемся больше, но здесь у нас уже в репродуктивном периоде, он на то и репродуктивный, что мы строим репродуктивные планы. И здесь, конечно, в этом периоде мы будем говорить о том, что вот та хроническое отсутствие овуляции будет вести, и не с лишним весом придет к нам девушка на прием, а, конечно, придет либо с проблемой бесплодия, либо с проблемой невынашивания беременности, к огромному сожалению, либо во время беременности, это, безусловно, осложнения беременности могут быть на фоне ожирения и избытка массы тела. Самая часто встречающаяся история – это гестационный сахарный диабет, к сожалению, это гестационная артериальная гипертензия, это тяжелые формы гистоза или преэклампсия для нас играет значение, и пороки развития, на самом деле, аномалии развития плода. Но здесь на самом деле это такая история, когда у нас во время беременности при избытке массы тела и особенно ожирении крайне затруднена диагностика. Вот те скрининги, которые проводятся во время беременности, их не очень качественно можно провести. Здесь не то, чтобы врач что-то сделал не так или аппарат нас подвел. Нет, это такой слой жировой клетчатки, который не даст нам ультразвуково увидеть пороки. К сожалению, так. И, безусловно, в родах у нас эти женщины имеют высокий риск родового травматизма, аномалии родовой деятельности, и кровотечения в родах, и кровотечения в послеродовом периоде. Интересный период, наш любимый период менопаузального перехода, период постменопаузы, когда, в принципе, избыток массы тела, конечно, встречается
чаще и даже у тех, кто, в принципе, не имел проблем с этим никаких, потому что это, опять же, первое, что теряется, это прогестерон. Прогестерон теряется ввиду того, что качественные яйцеклетки ушли гораздо раньше. У нас не происходит адекватного менструального цикла, прогестероновая недостаточность. Мы немножечко, с одной стороны, расслабляемся в какой-то степени, с другой стороны, теряется протекция нашего головного мозга. И теряются, когда уже начинают теряться эстрогены, конечно же, природа хоть как-нибудь пытается скомпенсировать вот этот дефицит эстрогенов. И, как правило, с чем вот приходят на прием, да, дамы? Когда я всю жизнь боролась с толщиной ног, сейчас у меня живот, и что с ним делать, вообще на этом никогда не зацикливалась. Именно поэтому, потому что, опять же, мы говорим о том, что хоть откуда-нибудь наша природа женская должна взять эстрогены, и вот они, пожалуйста, передняя брюшная стенка нам пытаются это исполнить. Но там, опять же, не те эстрогены, которые мы хотели, поэтому, конечно, в этом периоде избыток массы тела и ожирения может давать нам очень частое аномальное маточное кровотечение. Это могут быть длительные менструации, обильные менструации. И, конечно же, защитных свойств эндометрия уже недостаточно. Прогестерон выполняет эту функцию. И поэтому у нас высок риск действительно гиперплазии эндометрия и онкологических процессов эндометрии в том числе. И, конечно же, у таких пациенток, так как они страдают и так ввиду ожирения сосудистой патологии, у нас случаются тяжелые формы климактерического или менопаузального синдрома. Поэтому, конечно же, сердечно-сосудистая система перегружается достаточно сильно, поэтому мы вот на страже и пытаемся стоять. И наш Центр женского здоровья, команда специалистов по борьбе с лишним весом нашей больницы, мы, конечно же, всегда очень рады позаботиться о вашем здоровье и будем стараться помогать вам во всем. Огромное спасибо за внимание. Наталья, не уходите. Я думаю, что мы в таком формате. Слушайте, но из вашего выступления мне кажется, что как будто заложено все в самом начале. Так, то есть, если у меня бока, это все потому, что мама кормила меня молоком, что-то пошло не так? Почему нет? А вот у нас будут психолог и психиатр. Нет, подождите, но с точки зрения врачебной. С точки зрения врачебной. Ну, о чем вы говорили. Да, наука, она же медицина точная, да. Поэтому мы философствуем, конечно, философствуем. И когда есть же очень много. То есть, в общем, что-то исправимо или это вот как бы все, навсегда? Это не то чтобы навсегда, но мы должны и на это обращать внимание тоже. Поэтому, конечно же, и в течение жизни наши пищевые привычки меняются и так далее. Но вот мы сейчас, я думаю, специалистов еще послушаем другие причины ожирения. Это же не только то, что мама поела тортик, и нам тоже захотелось, да, когда-то. У нас есть еще другие причины ожирения, не только лишь профицит. Хорошо. Мария, тогда у тебя первый вопрос, а я пошел по столам. Илья у нас как ребенок, как чадо. А я хочу задать вопрос, как многодетная мама. И вот когда я родила третьего ребеночка, перерыв был между вторым и третьим достаточно большой, 8 лет. После второго я, конечно, восстановилась достаточно быстро, но вот после третьей я уже пятый год никак не могу восстановиться и прийти в себя, прийти в форму. Да? Вопрос такой, это что возможно делать? Ли гинекологическое, может быть, заболевание, или это все-таки можно как-то с этим побороться и заниматься спортом, живот не уходит. Кушать не кушаем, живот не уходит, что нужно делать? На самом деле, если мы не меняем, вот у нас гинекологическая история какая? Здесь даже не, ну вот я могу точно так же, вот мы нам было в унисон, тоже трое детей, большая разница между вторым и третьим ребенком, никак живот не уходит. Вся история в том, что мы можем на что-то обязательно вот на природу, погоду списать. Но на самом деле, если бы мы не родили там третьего ребенка 5 лет назад, я ее тоже родила 5 лет назад, но дело не в этом. Дело в том, что нам лет было больше уже. И, конечно же, с каждым, а во время беременности мы все-таки больше расслабляемся, мы набираем вес. Это физиологическая история вообще набрать вес. Это защита организма, в том числе защита суставов, эластичных связок,
должен набираться вес во время беременности. Для этого есть нормы набора веса. А вот дальше, да. Дальше уже, конечно же, нам сложнее, потому что просто в силу того же возраста, после которого мы должны подключаться. А после 35 лет мы должны пересматривать питание, после 40 тоже, если мы говорим о женском, о нашем здоровье. После 40, там, после 45. И, конечно же, здесь понимать, что функция яичников, она угасает в любом случае, да, после 35 лет у нас считается. Это не значит, что мы все постарели, и это будет последняя менструация, но это все-таки переходный период. И это уже поздний репродуктивный период. И, конечно же, здесь нам гормоны уже не совсем в помощь, не можем мы такого количества иметь, как раньше. Поэтому да, вот эта вот каждая история, она будет откликаться на нас. Поэтому здесь только комплексный подход со специалистами, определить причину, и дальше вот как раз я думаю, что Евгения Викторовна расскажет обо всех причинах же, и там будет уже понятно, да, какая у нас. Потому что диагноз должен быть поставлен, и причина этого диагноза у этой пациентки должна быть ясна. Здесь больше так, наверное. Спасибо большое. Надежды вам за ответ. Огромные точно есть. Ян, ты хотела задать вопрос? Я видел, что ты тянула руку. Можно сидя, да? Пожалуйста. Уже как гость. Вопрос. Женщина, переходящая на другой уровень своего взросления, да, там предменопаузу, все гинекологи говорят одно. Все поправятся, как только угаснут все гормоны, но можно делать гормонотерапию, да, то есть заместительную гормонотерапию, или как правильно? Ну да. Она бывает менопаузальная гормонотерапия? Она помогает справиться с весом, или это в любом случае неизбежно? Я вот по некоторым своим знакомым подругам в возрасте там, после 45 замечаю, что у них прям вот пальчики становятся такими пухлыми, там как раз вот именно живот начинает набирать, именно вот эта зона. Я прям за своими пальцами слежу, то есть я прям кольцо 16 размер, я его вот проверяю, то есть все нормально, пока нормально. Но она мне говорит, все равно это будет. Как это избежать? Есть такие способы? Как это избежать? Конечно, способы есть, но мы должны все равно в этом возрастном нашем, это действительно новый этап взросления, и это абсолютно то, что мы заслужили, да, как пишут наши поэты, это, безусловно, тот период, в котором мы должны как раз вот с качеством жизни идти, да, когда дети уже взрослые, все, ну, или относительно взрослые. Конечно же, здесь нужна будет помощь самой себе, то есть без изменения режима питание, без увеличения физической активности. То есть если мы это не скорректируем, то да, постепенно, скорее всего, мы будем, ну, часть, по крайней мере, из нас будет точно стремиться набирать вес. Заместительная гормонотерапия, она не может быть вредной? До какого возраста ее можно принимать? Да, менопаузальная гормональная терапия, которая назначается с периода наступления, да, вот этого переходного периода, периода менопаузального перехода, нормальное наступление менопаузы или последней в жизни менструации, если брать среднюю температуру по больнице, то есть по миру это 48,8 лет, это 50-52 года в среднем, да, а потом нас ждет, в общем-то, еще огромная жизнь, и мы должны что-то как-то там качественно существовать. Менопаузальная гормональная терапия, у нее есть противопоказания, обязательно мы об этом должны помнить, это не волшебная таблетка, но спасти, опять же, она предназначена спасти в первую очередь от чего? Это от поздних форм менопаузального синдрома, это остеопороз, это изменение плотности костной ткани, это сердечно-сосудистые катастрофы, потому что теряется эластичность всех, это то, что мы видим, внутри происходит то же самое, и когнитивные наши способности, то есть это головной мозг, который должен получать тоже питание. Вот это три составляющих, которые основные мы говорим, да, про менопаузальную гормональную терапию, про вес разговоров там не было. Но все-таки, когда мы ее получаем, конечно же, у нас организм компенсирован уже напрямую. Мы не можем дать в менопаузальной гормональной терапии, мы не можем дать те дозы, которые у нас были. Это невозможно, это огромные дозы, которые в нас вырабатываются, наш собственный эстрадиол. И мы не можем такие дозы дать. Поэтому мы начинаем с небольшой дозы, это 2 миллиграмма эстрадиола. И дальше мы спускаемся все равно. То есть у нас есть периоды, когда мы спускаемся на 1 миллиграмм, это там уже менструации мы не имеем. Потом у нас есть дозы 0,5-0,25. Может быть, нам придумают 0,125, и мы будем счастливы. Но принимать менопаузальную гормональную терапию, если мы ее принимаем, да, конечно же, помогаем сохранить структуру тела, потому что структура тела, как правило, плывет, да,
мы помогаем, безусловно, более долго, но мы не можем дать уже большие, мы спускаемся. Когда должна быть выпита последняя таблетка заместительной гормональной терапии? В последний день жизни, мы обычно говорим. То есть у нас есть настолько маленькие дозы, и сейчас трансдермальные формы, которые мы очень любим, потому что все-таки это мы можем уменьшить. То есть, например, в таблетке 2 мг мы можем чуть меньше дать трансдермальную форму и тем самым минимизировать риски, но сделать эту заместительную терапию. Конечно, мы продлеваем свое здоровье. Мы можем что сделать на менопаузальной гормональной терапии? Мы себя активнее чувствуем, значит, можем заниматься, не сидеть дома, потому что у нас тут заболело, там заболело. Мы более активны, поэтому, да, конечно, и жизнь, она будет иначе складываться. Без нее, конечно, бывает грустно. Мы таким образом не сократим себе жизнь? Мы ее продлим? Или мы продлим только качество за счет того, что чуть-чуть... Мы вообще за качество. В первую очередь это качество жизни. С учетом того, как развивается медицина, наверное, продлим все-таки за счет еще каких-то других моментов. На самом деле здесь спорт. Да, все, что доказано, это физическая активность. Это в плане молодости, антиэйдж и так далее. То есть волшебные таблетки не существуют, но спорт, именно спорт, не дает сильно укорачиваться теломером и так далее, и так далее. То есть здесь вот такой момент. Поэтому заместительной терапией мы продлеваем все-таки это качество жизни. Это, как мы говорим, да, плацкарт и СВ. Вот, пожалуйста, мы можем, в принципе, поехать так. Вот это про это. Вопрос. Вот есть вопрос. Есть. У меня был еще один вопрос по поводу рожавших женщин. Некоторые женщины, вот я родила, и у меня живота, вот что рожала, что не рожала. То есть он как-то втягивается. Это просто генетическое строение, или это как-то связано с тем, как растягивается матка, как она расположена, как ребенок сидел? Да, часть, у нас, к сожалению, есть такое понятие, как диастаз, да, то есть расхождение мышц. И здесь мы можем там переутягивать этот живот, и пока мы не проведем должного лечения, как правило, это хирургическое лечение, если там выраженный диастаз, то, конечно, живот, мы можем видеть худенькую, стройную девочку с чуть-чуть. И еще здесь, конечно, очень многое зависит и от спины в том числе. Когда мы выравниваем давление здесь, 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 у нас автоматически вся эта история подтягивается. Ну и если были рубцы, это кесарево лобковое сечение. Там. Астаз – это операция. Чаще всего женщины идут если на это. Больш... Да, если это не после этого рожать можно? Да. То есть это не разорвет еще больше мышц? Нет, там хирурги нам дают сроки, через которые мы можем беременеть. Угу. И тут только все с разрешения, условно говоря, делается. Спасибо. Вот. Да, Михаил Владимирович, нам я уже, к сожалению, уйду. Ура. Я очень рада всех видеть. Очень жаль, что я убегаю, потому что это медицина вообще самая моя любимая тема. Я бы о ней говорила и говорила. Но удачи. Сын, сложнее. Я как настоящий менеджер семьи. Спасибо, Яна. Удачи, Яна, на дорогу. Меня зовут Алсу Копылова. Я как раз, наверное, тот пример, который могу себя привести как мама, которая родила 4 детей и занимается спортом. Совершенно верно. Потому что, несмотря на то, что когда мне задают вопрос, Алсу, а тебе нравится заниматься спортом? Я говорю, и да, и нет. Даже если не нравится, я иду. Поэтому, девочки, здесь нет такого, что надо. Точнее, есть такое, что надо, и ты идешь. Потому что это надо для вас. Это не только нужно для вашего организма, в принципе, для мозга и для тела. Так вот, вопрос немножко другой. Вы как врач, да, мы все слышали, знаете, что такое дышать маткой. Вы как врач, скажите, пожалуйста, все-таки дышать маткой нужно или есть другие кардинальные меры, ну да, посмеяться немножко, отвлечься, проснуться. Кардинальные меры в плане того, что есть, мы знаем, гиалуронка, вы как гинеколога, есть какие-то еще лазеры, все, что нам нужно омолодиться изнутри, не только внешне, но и внутри тоже, для того, чтобы продлить, опять же, себе молодость хотя бы до 48-50. Берите дальше. Дальше? До 60? Не, ну в 70 лет мы рожать не будем, как в Индии, конечно, слава богу, господи, нет, не дай бог. Так, да, так, наверное, и мало у кого получится, да. Про, если мы говорим, я вот, к огромному сожалению, надо изучить вопрос дыхательных упражнений. Момент.
продуктов, да. Если мы говорим на самом деле про проблемы с наружными половыми органами и влагалищем, если мы говорим сейчас об опущениях, да, про ляпсах так называемых и выпадениях, не дай бог, то, конечно, здесь и атрофических в том числе процессах, если мы затрагиваем эстетическую гинекологию. У нас, кстати, замечательные хирурги, которые владеют этими эстетическими методиками, прекрасно просто. Это инъекционные методики и так далее. Но здесь, смотрите, здесь на самом деле все, что касается, вот вы будете живым примером, Алсу, всего того, что, о чем мы говорим. Потому что спорт, на самом деле, спина, как вы вошли? Я вас сразу увидела. То есть это осанка, безусловно. Почему? Вот что касается проляпсов, да, безусловно, все, кто носил беременность, все, кто имел роды, безусловно, имеют уже некую особенность, да, когда мы осматриваем наружные и половые органы и влагалище. Но еще есть такой момент, это соединительная ткань, с которой мы с вами родились. Вот я обычно на приемах так говорю, вот возьмем двух женщин, этой 50, этой 50, у этой трое родов, здесь трое родов, здесь там набрала столько-то за беременность, и это столько-то набрала, но у этой будет небольшой проляпс митрального клапана, там что-то там дополнительная хорда, у нее будут звездочки где-то или варикозное расширение вен уже, да, а у этой нет ничего, и у этой будет проляпс стенок влагалища, у этой дамы не будет. То есть мы не должны это забывать, то есть то, с чем мы родились, с тем родились. Но есть другой момент, когда у нас, да, много родов, например, да, или какие-то оперативные вмешательства. Что мы должны делать? Физкультура – наше все. То есть это физическая активность и работа с мышцами спины в том числе, когда мы должны выровнять эти наши, да, давления в грудной полости, брюшной, в полости малого таза. Безусловно, мы должны ограничить ношение тяжести, то есть профилактика запоров и так далее. То есть банальные вот эти вещи мы должны делать. Да, безусловно, есть физиотерапия. Это наши стульчики различные, да, и так далее. То есть физиотерапия применима. Лазер – это другое. Их, во-первых, несколько видов существует. И здесь мы уже говорим о том, что это плюс. То есть если мы просто сделаем лазер, мы с вами не пойдем. Пойдем счастливые, если у нас там был какой-то проляпс, например, второй степени. А инъекционные методики – это больше на возвращение трофики тканям, то есть плазмотерапия, да, гиалуроновая кислота, или, например, уплотнители, да, которые нам способствуют вот, вот этим тканям быть более плотненькими, смыкают половую щель, извините, пожалуйста, вот, значит, и вот эту ситуацию анатомическую они решают. Эти методики, ну, плазменные, они, например, это свой ваш биологический материал, в принципе, вполне себе даже противопоказаний там каких-то говорить нет. Поэтому здесь, на самом деле, все физические активности. Нравится йога, пожалуйста, нравится гимнастика Кегеля, которые говорят, что не работает. Все работает в наших руках, когда мы подход, у нас комплекс. Нравится дышать одну... маткой. Дыши, Алсу. Честное слово, вот на самом деле, вот, прекрасно. Не, на самом деле, да, это мы можем называть вот это упражнение как угодно, да, на самом деле мы делаем, выравниваем это давление в нашем теле, и тем самым уже приводя мышцы наши в порядок. Вот оно провисло, вот мы выпрямились, уже какой-то эффект мы получили. Поэтому это разные совсем методики, каждая про свое, но физическая активность – это наше все, это точно. Ну и как в школе, знаете, мы писали, наши пальчики устали, ну-ка быстро все встали, 10 отжиманий и продолжаем. Правильно? Хороший принцип? Отличный. Ну что, мы должны двигаться дальше. Спасибо большое, Наталья Александровна. Ваши аплодисменты. Отлично. Мы приглашаем на сцену следующего докладчика. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Да? Итак, кандидат медицинских наук, эндокринолог, человек с аппетитной фамилией. Можно так? Можно? Бублик Евгения Викторовна. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие участники мероприятия, дорогие дамы. Я, прежде чем, так скажем, начинать запланированную небольшую лекцию, я бы хотела немножко ответить на очень хороший вопрос Ильи. Илья, это классный, умный вопрос. Почему? Потому что, в самом деле, за последние 10 лет проведено достаточно много клинических исследований, которые показали, что существует метаболическая память. То есть то, как мама ест во время беременности, отражается на пищевых привычках ребенка. С одной стороны, медицина точная и есть. Да, да, совершенно верно. То есть доказательная база очень хорошая. Много, так скажем, статистических анализов на эту тему проведено.
Можно я вклинюсь? Да. Ну вот, Евгения, смотрите, для будущих мам мы понимаем, что делать. Это просто более правильно относиться к своему питанию и так далее. Но что делать мне, когда меня уже 35 лет назад родили, и сейчас я должен с этим что-то делать? Вот тут как бы, как так поступать? Как тут поступать? Хороший вопрос. И здесь абсолютно точно, правильно вам ответила моя коллега. Понимаете, да, ну, так образно говоря, с иронией, ген пальцем не выдавишь, да, с одной стороны, с другой стороны, фенотипические моменты, да, наши поведенческие факторы, они гораздо важнее. Это, так скажем, опять же доказывает медицина, клинические исследования, что лайфстайл, да, как мы относимся к жизни. Кстати, точно будем отжиматься, девочки, я вам гарантирую сегодня. Но опять же, здесь очень важно понимать, что нужна мотивация. И если честно сказать, дорогие дамы, нам иногда гораздо проще худеть женщин с низкой мотивацией, нежели самодостаточных, да, дам, которые, в общем-то, и почему-то в каком-то не совсем здоровом весе, но они себя чувствуют уверенно хорошо. Вот, другое дело, что, конечно, надо осознавать. Вы имеете в виду, что низкая мотивация, когда у человека, то гораздо проще ее поднять, конечно, возбудить, найти, да, конечно, найти конечно, ту цель конечно, и так далее. Конечно, да. И хотелось бы еще сказать несколько слов по поводу менопаузальной гормональной терапии. К сожалению, ушла ваша соведущая. Тоже очень умный и хороший вопрос. По данным клинических исследований, менопаузальная гормональная терапия может помочь женщине поддерживать нормальную массу тела. Это однозначно. С точки зрения рисков, продолжительность жизни не меняется. Да, там есть нюансы по онкорискам, и мы должны их учитывать. Но это все индивидуально, персонифицировано, да, то есть это как бы не, даже не каждая десятая женщина, не каждая пятая имеет такой риск. Ну вот мы сегодня говорили про среднюю температуру по больнице, будем вот в таком срезе, да? Хорошо. Вот, я хочу продолжить обсуждение темы избыточной массы тела. Так, прощелкаем сейчас, да, избыточной массы тела. Я предлагаю немножко так в интерактивном формате сразу и во время презентации, чтобы нам было немножко не так скучно, да? Вот, о чем хотелось бы сказать. Согласитесь, дорогие гости, что мы живем в удивительное время, то есть с одной стороны, благодаря средствам массовой информации, в среднем, да? Взрослый человек знает о избыточной массе тела, ожирении, о преддиабете, диабете, о рисках данных состояний, но очень много, как минимум больше, чем знал среднестатистический человек там, 10-15 лет назад. Да? Согласитесь, что в развитых странах, в современном обществе здоровый образ жизни становится такой приоритетной задачей, это модно, да? Это тренд. Тем не менее, давайте посмотрим. Распространенность избыточной массы тела и ожирения растет. Причин этому достаточно много. Давайте посмотрим избыточный вес. В 2030 году эпидемиологи прогнозируют это 60% населения. Согласитесь, много. Прям небольшое такое отступление академическое. Давайте вспомним вообще, что такое ожирение, избыточная масса тела. Важно помнить, что это хроническое заболевание. Да? Которая несет угрозу здоровью и является основным фактором риска развития заболеваний. Конечно, есть эстетическая сторона, так скажем, вопроса, да, который тоже, так скажем, мы не можем про нее не сказать, но, так скажем, основной медицинский момент, который нас мотивирует снижать вес, это, конечно, риски сердечно-сосудистых заболеваний, это риски сахарного диабета и других ассоциированных с избыточной массой тела заболеваний. Да? Мы знаем, что, как уже говорила моя коллега, и бесплодие ассоциировано с избыточной массой тела, и заболевания суставов. И мы прекрасно знаем, что люди с избыточной массой тела имеют более высокие риски развития онкологических заболеваний, да, особенно в старшем возрасте. Мы знаем, что у пациентов с ожирением выше риски тромбозов,
различных заболеваний, таких как астма, неалкогольная жировая болезнь печени и так далее, о депрессии, тревоге и психических нарушениях, я думаю, что расскажут наши коллеги, психиатр и психолог. Это тоже важно. По классификации. Есть классическая классификация по индексу массы тела. Она немножко не актуальна в настоящий момент времени. Почему? Потому что она не учитывает долю жировой и мышечной массы тела. И здесь хотелось бы вот такой акцент небольшой сделать, заострить ваше внимание на чем. Ко мне многие женщины приходят и говорят, вы знаете, я сделала биоимпеданс и показывают такую картинку там с процентами, вот посмотрите, что мне теперь делать, какой кошмар. Здесь, как правило, мы разочаровываем женщин. Почему? Потому что наиболее объективный метод, который позволяет оценить состав массы тела, состав тела, является денситометрия. И, что это такое? Это рентгенологическое оборудование, которое, так сказать, относительно новое, то есть его используют последние 5 лет. То есть не электричество мы прогоняем совершенно через тело, да, а просвечиваемся. Да. И стоит такое оборудование, ну, там, в сотни раз дороже, чем то, что мы видим в спортивном клубе. Поэтому вот относиться к этому серьезно в большинстве случаев не стоит. Важно также помнить, очень много внимания в последнее время уделяется абдоминальному ожирению, и в целом вот эти критерии, да, объем талии у мужчин выше 94 сантиметров, а у женщины больше 80, это в настоящее время считаются такие объективные критерии не только того, что есть избыточный вес, но и критерием того, что есть риски сердечно-сосудистых заболеваний. Да, иногда в отдаленном прогнозе, но мы должны про них помнить. Очень коротко, наверное, сложный слайд, тем не менее. Мне очень хочется, чтобы вы понимали, что причин у ожирения достаточно много. Экзогенно-конституциональное ожирение, про которое мы говорим, то, когда человек ест больше, чем он тратит, все понятно, да? Это могут быть и генетические заболевания, и эндокринологические, и некоторые психические нарушения, и в том числе ятрогенные. Ятрогенные – это когда ожирение, избыточная масса тела является следствием приема тех или иных медикаментозных, да, препаратов. И об этом тоже очень важно помнить. На что хочу обратить ваше внимание. Вот этот вот, видите, первый пункт, почему-то у меня здесь не горит указка, первичное экзогенно-конституциональное ожирение, да, то есть связанное с образом жизни, оно составляет около 85%. Отжимаемся. Да. Все остальное – это другие причины. Но важно понимать… Важно понимать, что чаще всего нет какой-то одной причины. Человек мало занимается спортом или у него, так скажем, не совсем здоровый рацион питания. Причин чаще всего несколько. И здесь надо понимать, что если есть проблемы с весом, то это ситуация, которую мы должны контролировать длительно. Это дорога длиною в жизнь. Да? И надо ходить по земле с какой точки зрения, понимая, что иногда мы делаем шаг назад, и это нормально. И таких людей достаточно много, да, когда женщина или мужчина поправляется. Но надо идти вперед, да, потому что нас ждет еще 2-3 шага вперед. И, конечно, важно понимать, что задачи лечения ожирения – это не только или избыточный масс тела, это не только снизить вес, да, но и самое главное – его поддержать. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, снизить вес сложнее, чем поддержать вес? То есть вот, вы знаете, данные клинических исследований это доказывают совершенно верно. Снижают вес более легко, а вот поддерживают, да, вес, это отдельная когорта пациентов, длительно поддерживают вес. Это удается не каждому. Но я думаю, что в этом зале очень мотивированные дамы, и, в общем, это видно невооруженным глазом. Вот я тоже хочу сказать, мы же уже сюда пришли, мы же, значит, уже осознаем всю суть вопроса, мы, значит, уже этим занимаемся, значит, первый шаг сделан.
Да, совершенно верно. И если говорить о современной концепции лечения избыточной массы тела и ожирения, то я бы хотела это сравнить вот с пазлом. Да? Есть, как мы уже говорили, часто, как чаще всего, у пациента несколько причин для прибавки массы тела, для избыточного веса. Да? И чем на большее количество причин мы повлияем, чем более многофакторный подход будет у нас при работе вот с нашими пациентками, тем лучше будет результат. И концепция современная такая, что один в поле не воин. Один блогер не может, так скажем, скорректировать все моменты и учесть все нюансы. И современная концепция такая, что с пациентом, имеющим избыточную массу тела, должна работать команда. Должна работать команда, мы видим, что это не только эндокринолог, но и психотерапевт, мы будем говорить о важности пищевого поведения, это кардиолог, гастроэнтеролог, реабилитолог, сомнолог и бариатрический хирург. Наш великолепный бариатрический хирург подъедет к нам попозже. Я думаю, что это будет вишня на торте. Да, вишня на торте. Вот, очень харизматичный молодой человек. Мне кажется, что вам понравится. Так, а я выключила, прошу прощения. Так, продолжаем. Немножко сложный слайд, но мне кажется, что в этом зале собрались умные, мотивированные слушатели, поэтому я чуть-чуть немножко объясню, да, принцип работы с избыточной массой тела. Итак, основой фундамента снижения веса является модификация образа жизни, а именно расширение физической активности. Мы чуть попозже поговорим, какая именно физическая активность имеет доказательную базу по своей эффективности. Да. Это изменение рациона питания. И посмотрите, да, на этом слайде видно, мы некоторое время смотрим, какие есть результаты у нас на фоне изменения образа жизни, и если мы не видим тех результатов, которые мы ожидаем, то, соответственно, следующим этапом у нас идет медикаментозная терапия ожирения, о которой мы сегодня тоже немножко поговорим. И если медикаментозная терапия также не помогает, то следующим этапом у нас есть... Какие возможности? Бариатрическая хирургия. Вырезаем все. Так, да, бариатрическая хирургия, не будем на этом останавливаться. Что касается физической нагрузки, дорогие дамы, вот на ваш взгляд, какие виды физической нагрузки наиболее эффективны? Вот как вы думаете, по вашему опыту, потому что вы читали? Ходьба. Классно, так еще. Плавание. Они подсматривают, они читают слайд, это нечестно. Девочки, а из головы что-то взять? Так, еще. Классно. Все, что все виды физической нагрузки, которые доставляют вам удовольствие, это самое лучшее. Но я хочу сказать, что у Алсу был прекрасный вопрос по поводу дыхание. Но дышать маткой, это, конечно, вот на эту тему не было клинических исследований, но по технике брюшного дыхания исследования были. Так вот, очень приличная доказательная база по исследованиям, которые показывают, что все виды физической нагрузки, которые включают в себя медитативные техники и техники глубокого брюшного дыхания, они являются наиболее эффективными. Ну, это же связано с тем, что у нас кровь обогащается кислородом и так далее. Там, в принципе, очень много. В том числе, к большому сожалению, мы не всегда до конца понимаем механизмы. Возможно, пройдет 10-15 лет, и мы об этом поговорим немножко на другом уровне, и немножко другие у нас будут аргументы, с чем это связано. Но согласитесь, да, Авиценна, как говорил, много веков назад, что движение – это жизнь, так оно и остается, да, с точки зрения доказательной медицины тоже. Поэтому йога, тай-чи, цигун – это то, что действительно имеет хорошую доказательную базу, и ходьба, конечно, да, мы говорим о том, что 10 тысяч шагов в день – это основа. Этого не всегда бывает достаточно, но в идеале в среднем мы должны проходить ориентировочно 10 шагов
в день. У кого получается? Вот я хотел сказать о том, что если у кого-то не получается, то здесь прекрасный парк. Мы сейчас все выйдем. Я придумал альтернативу отжиманиям, в конце концов. Здорово. Вышли, прогулялись по парку, вернулись, сели за столики, взяли пироженку, продолжаем слушать. Да. Можно вопросы мы чуть попозже, если... Или вы сейчас хотели задать, да? Вот. Что касается... Да, это как раз наш харизматичный хирург. Михаил Игоревич, да. Нет, мы вас ждали. Михаил, мы вас обещали как вишню на торте, поэтому да, все в ожидании. Поэтому готовьтесь. Итак, продолжая обсуждать питание. За последние 10 лет все международные ассоциации постоянно обсуждают, какой паттерн питания, мы диеты не любим использовать слово, это как бы такой практически жаргон сейчас в медицине, какой паттерн питания, да, какой стиль питания наиболее эффективен для снижения и поддержания веса. И вот каждый год новые, так скажем, выдвигаются гипотезы. Одни говорят, что вот веганская диета, другие говорят, что там DASH-диета. Сейчас очень много говорится о интервальном голодании. Мы его называем интервальное питание, вы, наверное, тоже слышали. Там есть свои нюансы, свои показания, свои противопоказания. Но учитывая, как активно данный паттерн питания набирает популярность, например, в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе, можно однозначно сказать, что это как бы один из вариантов, и доказательная база тоже есть. Но я здесь немножко, так скажем, небольшое отступление сделаю. Хочу сказать, что провести хорошие клинические исследования по эффективности тех или иных паттернов питания крайне сложно. Почему? Это практически невозможно. Много времени нужно на это? Много времени, испытуемых? Конечно, да? Много испытуемых. И понимаете, в чем дело? Очень сложно еще, так скажем, зафиксировать объективность данных. На этого ну момента. А если просто килограммы и сантиметры? Недостаточно этого? Зафиксировать, что именно ел человек, это, так скажем, очень затратные по времени для участников этих исследований. Так вот, к какому же выводу пришли все международные ассоциации, да? Что вот все вот эти диеты перечисленные, они все эффективны, они в той или иной мере все работают, но важно, что ваш персонифицированный подход, надо быть реалистами. И если у вас в 40 лет сформировались пищевые привычки, то мы понимаем, изменить на 100% паттерны питания невозможно. Надо что-то оставить для того, чтобы вам было комфортно с ними жить. Эти изменения должны быть пошаговыми. Да? С одной стороны, самое простое – дать листочек и сказать «питайтесь вот так». Это эффективно, но ненадолго. Основная концепция – сделать так, чтобы вы совершали те изменения в питании, которые мы с вами решаем, что необходимы конкретно вам, они оставались с вами на всю жизнь, и эти изменения должны быть вашим позитивным выбором. И я хочу сказать, что у нашей команде есть совершенно блестящий диетолог Елена Владимировна Костырко, которая имеет очень большой опыт нутрициологии, диетологии. У Елены Владимировны очень много стажировок, как российских, так и зарубежных. И я с большим удовольствием рекомендую вам, при желании, так скажем, проговорить, да, все моменты по рациону питания, обратиться к ней на консультацию, возможно, будет эта серия консультаций. Я очень быстро, тезисно практически. Итак, lifestyle, да, изменение образа жизни, мы проговорили. Но очень важно понимать, что если есть нарушение пищевого поведения, если есть депрессия, то все наши усилия будут абсолютно бесполезны. И первое, что я делаю, когда пациентка ко мне приходит на прием, мы говорим, если есть хоть какие-то признаки расстройства нарушения пищевого поведения или признаки депрессии, я даю анкету, да, которая является скринирующей, и направляю к своим коллегам. Это очень важно, потому что все, что мы с вами сделаем,
если не будут скорректированы моменты, касающиеся психологии и психиатрии, они не будут приносить, так скажем, того результата, который мы ожидаем. Но вот мы сегодня тоже, между прочим, комплексно подходим. Не с одним специалистом встречаемся, а сразу с четырьмя. А мы логично, бы... логично. Логично, логично. Евгения, идите немножко ко мне, так, наши специалисты. Вот. И продолжая, да, продолжая о комплексном подходе, об этом уже говорила моя коллега, вы видите, что менопауза, менопаузальный переход является отдельным триггером, отдельным фактором риска прибавки массы тела. Сегодня уже проговаривали причины, с чем это связано. Данные клинических исследований это показывают. Это говорит о том, что, дорогие женщины, если да, прибавка массы тела случилась в период перименопаузы, это нормально, но это можно исправить. Правда, это требует дополнительных усилий. И согласитесь, после 48 лет не у всех женщин остается мотивация. Да? Это тоже очень важный момент, очень важный фактор. Мотивированные женщины все-таки они, так скажем, добиваются того, что приходят к целевым показателям массы тела и сохраняют ее. Еще один важный фактор, прошу обратить ваше внимание, апноэ во сне, нарушение сна. Если человек плохо спит, а если еще у него во время сна есть остановки дыхания, длительные паузы, гипоксия, то снизить вес крайне сложно. Мало того, и возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому неотъемлемым членом нашей команды лечения ожирения избыточной массы тела является сомнолог, но очень сложно собрать в один день всю команду. Я думаю, что у вас еще будет повод с ним встретиться. Так, не будем на этом останавливаться. И, наконец, я перехожу, так скажем, ближе к моей теме. Да? Это медикаментозная терапия избыточной массы тела и ожирения. Здесь, я думаю, что... Оземпик, или как он там называется? Оземпик, да? Сейчас туда, да, же пойдет, да, все. Оземпик туда же пойдет. Необходимо сказать, что для проведения медикаментозной терапии есть свои медицинские показания. Какие? А вот на слайде они представлены. Это индекс массы тела больше 30, либо индекс массы тела больше 20, но если у человека есть факторы риска каких-то сопутствующих, ассоциированных с избыточной массой тела заболеваний. И, конечно, мы понимаем, что нет волшебных таблеток. Да? Все препараты лекарственные имеют свои показания, противопоказания и риски, прилистнем этот слайд, и, так скажем, риски побочных эффектов. Поэтому здесь нет универсальных рецептов. Сейчас все достали телефоны и такие... Подход должен быть персонифицирован. На этом слайде, я обычно его показываю врачам, дорогие дамы, на этом слайде представлены, ну, почти все препараты, 90% препаратов, зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки, которые используются для лечения избыточной массы тела. И лишь несколько из них зарегистрировано в России. Да? Одной из наиболее эффективных и популярных групп медикаментозной терапии ожирения являются так называемые агонисты Виктоза, Оземпик. Угу. Ну, это сейчас очень популярный просто, да, он из каждого угла. Вот. Но я готова ответить на вопросы, если... Они у вас есть по медикаментозной терапии. В моей талии видно, что как бы, что бы я ни делала, результата у меня не было. Ни в Италии, ни в Швейцарии, ни в России. Эндокринологи в том числе. То есть было сдано куча анализов. Ну, видимо, я так как бы успокоилась, поняла, смирилась. И поняла, что, наверное, это просто особенность, старость, видимо, и что, ну, перестала покупать одежду в магазинах, начала просто ее шить. И так успокоилась. И я долгое время жила в итальянской части Швейцарии, ну, там и Кома, и Милан рядом, и вот, знаете, ну, там покушать-то вообще мало что можно без углеводов, да, пицца, паста. Так вот, сижу я в размере 52, и сидят итальянки, швейцарки из Тичино. И едят они
сначала прима пьята, ну, целую пиццу. До этого они крастини поели, ну, и такие палочки, вот, которые, видите, я не съела, вот свидетели, я ничего этого не ем. А у них там они все это съедят, потом целую пиццу уминают, причем у них размер, наверное, 46, так 44-46. Ну, то есть, когда я прихожу к ним и мерю максимальный, это для меня детский размер, ну, чтобы вы понимали. А едят они, будь здоров. Потом они съедают целую миску пасты от души. Три креветки, и, так сказать, ну, прям объемно. А потом у них, конечно, тирамису. И сижу я со своим цезарем. Причем эти кусочки, квадратики хлебушка я, конечно же, отложила. Ну, вот. А это все еще не запивают вином, который я просто вообще как бы не пью. Он меня, видимо, не усваивается, как-то меня он не вставляет. И вот такая жизнь, понимаете? И они так едят постоянно. Я не смогла, проживая там где-то примерно 7 лет, я не смогла понять, почему они так едят и не толстеют. Потому что они реально, особенно север Италии, где они прям вот едят, такие худые. Говорят, фермент. Да, я с вами полностью согласна. Я вспоминаю тоже такие зарисовки из моей жизни, когда мы едем из Аласио в Милан, и когда у них ланч, когда у них... Да, 12, да. Это пранцу, вот, пранцу. И, значит, да. И выбор, поесть или ехать дальше. И, значит, наш водитель, итальянец, он говорит, пропустим прием пищи, и мы едем по свободным дорогам, да, и конечно. Потом вечером... Их можно брать, все друзья, они все да, едят в это время, все. Друзья, да, и военные, думаю, и все-все-все, все НАТО ест Францию, да. Но согласитесь, у них есть некая культура питания с точки зрения качественности продуктов, это неотъемлемо, да, у них немножко другие продукты. И, ну, я 7 лет ела только их продукты, понимаете, только их. Я могу только одно сказать вам, они едят вовремя, они едят вовремя. Там не трапезы, поел да. В 12 до 2, ты пришел, кучина кьюза, все, хоть все, и тут умри, да, все закрыто, только бензоправ, умрешь. Согласна. Я без сосисек своих туда не еду. Вот! Что, это сейчас. У меня в сумке еда, потому что я приеду, и все закрыто, хоть умри, там да. Можно умереть с голода. А соседям стучаться невозможно, никто ничего не даст, все закроют, особенно знаешь, что, так сказать, сона русса, ну и все. Я с вами полностью согласна. Вот я сейчас поеду туда, наверное, похудею. Покупать ничего не буду, как бы, чтобы мои заработанные деньги к ним в натовскую копилку не шли. Увидим, встретимся в сентябре. Может, я от жадности и от вредности схудну, честно слово. Вот я надеюсь на это. Вот посмотрим, вот мой костюмчик. Встретимся в сентябре. Как можно к вам обращаться? Наталья. Наталья, я просто слышу абсолютно самодостаточную женщину, у которой, возможно, в общем, в настоящий момент, ну, может быть, нет ну, да. Сильного, я могу мотивации только сумку снижать, купить там снижать, и ботинки. Снижать. Больше ничего. Одежды там для меня нет. Муж рад. Ну вот, поеду к Елене прекрасной, 50 брендс, я уже договорилась, они будут выпускать настоящий нормальный размер. Наталья, естественно, нельзя исключать и генетического фактора, об этом конечно. Мы помним. Но и вот в вашей ситуации мы услышали, что вы искушенная пациентка, у вас было много за спиной врачей, но все-таки оценить, что с вами происходит, вот не изучив всю историю, нам очень сложно. И потом у нас да есть... Да нет, я поняла, это возраст. И потом у нас там будет в конце вишня на торте, мы расскажем про бариатрическую хирургию, возможно, это решение будет... Я вам потом покажу свою фото. Вот, вы ахнете. Когда я родила детей в Швейцарии, опять же, так получилось, я работала там переводчиком, ну вот я вам покажу просто фото, вы ахнете. И я ела все, что они тоже ели, потому что как бы дислокация была та же. Но, а потом вот уже случился как бы, ну... Возможно, еще проблема в том, что ваша харизма вот сейчас... на данном мероприятии, ее достаточно, и вот с точки зрения каких-то эстетических моментов вес не имеет значения, я имею в виду с точки зрения впечатления. Ну, мне интересно, и... как вот Пугачева похудела, у нее же диабет 2, и говорят, они какие-то таблетки пила. Я тоже колола с акцентом. Я думаю, что... Милявская похудела у того же эндокринолога, а я нет. Мы делали то же самое. Или она пошла, сделала операцию, я не знаю. Но я ходила к той же самой, в ту же клинику, сдала те же анализы, тоже проколола всю эту вот саксенду, все делала. А потом вот опять.
Гардеробчик расширился. Я предлагаю все-таки продолжить в таком индивидуальном формате это обсуждение. Возможно, есть какие-то нюансы, которые все-таки не учтены. Еще вопрос? Может быть, тут был просто стендап. Это не вопрос был, Наталья. У кого-то? Вот. Настя, я вернусь к тебе еще раз. Алла. Здравствуйте, я тоже хотела сказать, что вот трое детей, но меня вот что беспокоит по поводу питания. То есть, допустим, вот после первого ребенка на парном молоке и булках я очень быстро похудела. После второго ребенка по-другому пошло. К третьему я уже имела такой вес колоссальный, что я даже не поняла, что я беременна. Я его все скидывала, оказывается, не нужно было. Вот, то есть беременная оказалась, ну потому что вот, естественно, сбой какой-то, видимо, происходил. Я хотела бы вот тоже узнать, то есть и вот сейчас, то есть я могла бы вообще не есть. Нет, слава богу. Но, допустим, вот в какой-то момент начинается безумная потребность, например, шоколада, и остановиться невозможно. То есть вот эта смена питания, она связана с гормональными какими-то вещами, то есть возраст тоже, да, смена. То есть каждый раз это было абсолютно все время разное питание, потребность совершенно разной еде, что во время беременности, что после. То есть вот менялось все при всех трех детях. И вот сейчас, видимо, возможно, перед менопаузой опять начинается какое-то вот совершенно непонятного желания продуктов. Вот. То есть связано ли это с гормонами? Нужно ли это что-то делать, идти к эндокринологу? И может ли вот опять, то есть либо я что-то буду есть, и я все равно буду худеть, либо я действительно сейчас уже начинаю набирать. Я вас понимаю. К большому сожалению, действительно, с возрастом женщинам становится, ну, чаще всего, не в 100% случаев, генетика разная, как мы говорили, становится сложнее, да, то есть нам нельзя расслабиться. И еще раз повторюсь, здесь нюансов очень много, и причин может быть много. Действительно, гормональные изменения могут влиять и на психоэмоциональный фон, и на этом фоне могут возникать и нарушения пищевого поведения тоже. Но чаще всего нарушения пищевого поведения, конечно, связаны с какими-то еще другими сопутствующими моментами. Важно еще понять, вот, то, когда мы говорим про беременности и роды, мы должны помнить, дорогие дамы, что грудное вскармливание существенным образом снижает риски прибавки массы тела. Это, опять же, достаточно много клинических исследований, которые это показывают. Это не мы придумали, это как бы не какие-то, так скажем, наши рекомендации личные. Это общеизвестно. Поэтому, возможно, там были какие-то моменты, которые были не учтены. Иногда дефицит микроэлементов тоже может, так скажем, увеличивать пристрастие к какому-то продукту, но это, опять же, надо в индивидуальном порядке рассматривать. Вот смена вот этих вот пищевых настроений и выбрать диету бывает очень сложно. Согласна с вами. Мы готовы вам помочь. Я еще раз повторюсь, что мы работаем в команде, и вот с точки зрения, так скажем, каких-то новых пищевых пристрастий, да, возможно, все-таки вначале проконсультироваться с диетологом и разобраться, если необходимо, мы подключаем клинического психолога. Я вам хочу сказать, дорогие дамы, в 70% случаев, когда мы снижаем вес, в 70%, есть показания для того, чтобы работать вместе с клиническим психологом. Конечно, у нас в стране, так скажем, ну, некая культура общения с психологом, она отсутствует, да. Мы как бы боимся психолога иногда. Честно, надо сказать, что хороших психологов тоже не так много, да, для того, чтобы им доверять. И вообще психолог – это вкусовщина. Это может быть компетентный человек, но коммуникация не сложилась. Но тем не менее, если вы хотите разобраться, я думаю, что вначале на консультацию к нашему диетологу, и Елена Владимировна Костырко решит, необходимо ли вам вместе поработать с нашим клиническим психологом, которого я хочу представить. Да, одну секундочку, да, еще один вопрос. Вопросики. Мы перейдем. У нас, видите, все, настроение появилось, всем интересно, все хотят пообщаться. Давайте по чуть-чуть.
По возможности не длинные вопросы, не длинные ответы. Настя, я про тебя помню. Да, добрый день. Постараюсь кратко, емко. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые специалисты. Меня зовут Нефедова Ольга. Вопрос мой такой. Вот у меня первые роды были 16 лет назад, то есть моему ребенку сейчас 16 лет, и планируется уже после 35 заведение второго ребенка. Скажите, пожалуйста, насколько тяжелее проходит восстановление именно вот в гормональном плане, в плане вот как раз ухода лишнего веса и так далее? Может быть, на что-то можно обратить заранее внимание? То есть насколько вот это глобальная разница? К чему готовиться, в общем? Спасибо. У нас же съемка просто, да, и операторы, мы выходим. Съемка, и, съемка, я понимаю, да, что мы идем в люди, но нас потом никто не увидит. Да. Да. Евгения, не отходите от меня. Я специально стою, как маячок. Я здесь. Да, не отходите от меня. Спасибо большое за вопрос. Опять же, истории у всех разные. Я как женщина, которая родила первого ребенка в 36 лет, а второго в 39, я как бы четко понимаю, что да, возраст – это как бы все-таки некий фактор, который, ну, скажем, сказывается на нашем самочувствии после родов. И прибавка массы тела, ну, скажем, ее риски ее тоже выше. Это не значит, что это произойдет именно с вами. Но если, повторюсь, у вас будет возможность сохранить грудное вскармливание, да, эти риски снижаются. Если у вас сохранится мотивация, а глядя на вас, я понимаю, что она у вас должна сохраниться, поддерживать хорошую физическую активность, да, где-то там разобраться, мы вам поможем, я опять про нашего диетолога в плане рациона питания какие-то моменты скорректировать. Я думаю, что нет недостижимых целей, и для этого есть все инструменты. Мотивация. Да. Давайте, Ольга. Спасибо большое. Да. Подскажите, пожалуйста, какое снижение веса в килограмм в неделю считается нормальным, считается хорошим результатом, вот по вашему опыту? Вилка какая-то. Да, я поняла. Мы обычно ориентируемся не на наш личный опыт, а на данных клинических исследований, потому что это наиболее, так скажем, объективные показатели, критерии, на которые, ну, должны ориентироваться современные врачи. И здесь динамика снижения массы тела зависит от того, какой начальный вес. Да? Если мы говорим о так называемых пациентов с морбидным ожирением, это индекс массы тела больше 40, то у нас прям есть критерий, я его показывала на слайде, это снижение массы тела на 10-15% за 3-6 месяцев, например, да? Если не помогает медикаментозная терапия, мы… Но хочется же, да, быстро. Как хочется в этой ситуации? Хочется же быстро. Но здесь аргумент какой? Какие наши цели и задачи? Ну вот… Можно я выйду? Какие наши цели и задачи? Я просто заготавливал. Да нет, лето послезавтра. Сегодня 28 число. К лету мы похудели уже или все? Да, и здесь очень важно понять, какие ваши цели и задачи. Если вам важно попасть на вечеринку и вот то платье, которое вы купили не так давно, чтобы оно на вас хорошо сидело, это как бы… Да, наверное, здесь мы, так скажем, в такие истории не очень любим включаться. А если ваша история… Про здоровье, быть угу, стройной, красивой, жить долго и счастливо, сделать много добрых дел, и мы говорим про прогноз 10, 15, 20 лет, то, наверное, это наша клиника, это наша история, в которой мы активно включаемся. И последний, краткий вопрос. Я дойду до вас, но с другим специалистом, или позже, но это далеко. Настя, подожди. Твой будет вишенкой тоже. Будьте любезны, у меня простой вопрос. Если думаешь обратиться в вашу клинику, да, за помощью, то с чего начать? К кому обратиться? Очень хороший вопрос. Работа Ильинской больницы построена так, что на первом этапе наиболее оптимальный вариант, конечно, обратиться к врачу общей практики. Это врач, который, так скажем, поможет вам выстроить план, да, и каких-то обследований, и консультаций узких специалистов. Так, чтобы у вас уже был какой-то набор и лабораторных параметров, которые вам необходимы. Не все подряд, да, которые вам посмотрят в лаборатории с домом рядом, а тех, которые вам необходимы. И каких-то инструментальных методов исследований. И вы уже приходите к нам, к эндокринологу, к диетологу. Хирургу. Хирург-сомнологу. Приходите уже с готовыми результатами. Это оптимально
это оптимально. Но ситуации бывают разные. Бывают пациенты, у которых есть семейные врачи. Бывают пациенты, которые наблюдаются длительно, например, у терапевтов, кардиологов в других клиниках. Это тоже нормально, да, это тоже нормально. И тогда мы точечно подключаемся и, ну, по крайней мере, пытаемся выполнить, пытаемся решить ту задачу, которую вы перед нами ставите. Спасибо большое. И последний вопрос к Евгении. Постараюсь кратко. Я буквально 2 месяца назад как раз начала вот этот вот процесс похудения. Да? Вот я обратилась, то есть я начала как бы с эндокринолога. Прежде всего я к нему, когда пошла, мне сначала подруги говорят, вот там очень известный врач, иди туда-то. Вот я прихожу к ней. Она посмотрела все мои анализы, она даже не глядя, такая, все, я все поняла, у тебя диабет, такая, все, все, сейчас вот, и прописывает мне Мунджеро и Оземпик. Я на тот момент не знаю вообще, что это такое. Одновременно? Как это. Да, одновременно. Я сразу начинаю как бы, ну, звонить, трезвонить, да, своим знакомым, кто вообще в курсе, что это такое. Вот, мне говорят, Настя, ну, если ты хочешь как бы вообще слечь, ну, по сути, говорит, ты даже если будешь лежать целый день, и вот ничего не делать с этими препаратами, да, говорит, ты, конечно же, похудеешь. Вот эндокринолог, не помню, Сучкова, что ли, фамилия, как-то так звали. Потом я обратилась к Яне как раз, вот, с Ильей, они как раз на тот момент, они тоже запустили вот этот вот процесс похудения после Майерведа, или где вы были? Да. Вот, я, дай-ка я, мне нужен другой специалист. Обратилась, она все внимательно посмотрела. Она сделала вот этот вот по, где масса тела, вот это вот все там мне посмотрела и назначила питание. Я, конечно, первые 2 недели я думала, что я там вообще сойду с ума, потому что я, ну, шоколад, чтобы не есть, для меня это сладкое. Я не понимала, как. Но сейчас вот уже прошло сколько, 2 месяца. У меня сейчас, я когда была у нее дней 5, наверное, назад, у меня получается 9 килограмм жира именно, то есть не воды, и всего лишь 400 граммов воды уж. То есть у меня вода как бы еще во мне сохраняется. И, блин, это круто. И вот я еще дальше хочу. Ну, в том, что вот Оземпик и Мунджеро. Оземпик и Мунджеро, потому что многие говорят, что это очень опасно, как бы, то есть нельзя. Да, к неграмотному, вот так. Потому что я бы могла как бы, совершенно, да, совершенно верно. Вы знаете, совершенно да, верно. Да, как не попасться к неграмотному вот специалисту? Ну, вы знаете, здесь нет какого-то универсального рецепта. Ну, это будет немножко звучать как реклама, но, возможно, надо нет, просто ну, можно вы, я скажу? Выбирать клинику. Ну, слушай, включить клинику, голову, да. Как ты это сделала? Нет, как не съесть тухлые овощи? Ну, понюхать сначала, например. Если бы не мы с Яной, то вообще ничего. Насколько этот Оземпик, он вообще, ну, на здоровье он как действует? Развеиваем мифы инстаграмные. Развеиваем мифы. Этот препарат мы активно используем, но тогда, когда есть свои показания. И, к большому сожалению, чем дольше мы используем эту группу препаратов, тем больше нюансов появляется. Каких? Каких? Что вот, за нюансы? Например, что буквально 3 дня назад я отправила своим коллегам такую обзорную статью научную по данным FDA. Это, так скажем, система, которая санитарно-надзорный орган, который контролирует качество пищевых продуктов и медикаментов. Международная, да? Международная система. Так вот, к большому сожалению, мы видим, например, увеличение рисков раков щитовидной железы более чем в 10 раз. Вот. Это не катастрофа, потому что от раков щитовидной железы не умирают. И это не значит, что этот препарат вызывает развитие этих раков. Вероятнее всего, что просто клетка, если она существует в щитовидной железе, она начинает расти. Но, тем не менее, мы должны эти моменты учитывать. И если, например, еще год назад я бы не ссылалась на данные этого клинического исследования, то вот несколько дней назад эта рассылка пришла, и, в общем… А почему вдруг решили ссылаться на это сейчас, если год назад еще бы не ссылались? А потому что не было тех клинических исследований, которые опубликованы вот буквально в этом месяце. Ну, то есть эти препараты, они еще не проверены, да, получается? Или только первые срезы приходят? Вы понимаете, когда мы говорим, проверены ли они…
Здесь много вопросов возникает. Мы не знаем отдаленный прогноз, да? Мы не знаем, что с этими пациентами будет через 20, 30 лет, 40 и так далее. Но через 5, скажем, мы знаем, что будет через 5, такие клинические исследования есть. Мы знаем, что эта группа препаратов, например, используется, зарегистрирована тем же FDA для пациентов без ожирения и без сахарного диабета с целью снижения сердечно-сосудистых рисков. Но понимаете, это ситуация, когда есть за что копья ломать, да? То есть если у человека был инфаркт или инсульт, то я прошу прощения, где рак щитовидной железы, с которым живут долго и счастливо, и мы понимаем, что с этим делать, и где риски инфарктов, инсультов, и, конечно, мы активно назначаем. Препараты хорошие, группа препаратов отличная, это рабочий вариант, да, то есть мы не говорим, что использовать не надо. Мы против того, чтобы, послушав блогера, да, начинать введение Оземпика, а если еще и Мунджаро одновременно, так это вообще риски, например, гастропарезов. И у нас такие были пациенты, да, вот Михаил Игоревич вам расскажет. Поэтому это надо все учитывать. Здравствуйте, уважаемые дамы. Меня зовут Москаленко Евгения Владимировна. И сегодня, это тут про меня написано, это мы пролистнем. Хотела бы вам рассказать о том, как происходит психологическое сопровождение пациентов с ожирением и избыточной массой тела в Ильинской больнице. Как верно сказала Евгения Викторовна, очень важный этап – это диагностический этап. Обычно пациенты ко мне как к психологу приходят от врача, и действительно нам на этом этапе очень важно не пропустить, выявить такие вещи, как расстройство пищевого поведения. А мы знаем, что у пациентов с ожирением и с излишней массой тела достаточно часто встречаются, например, булимия и компульсивные переедания. Также сопутствующие психопатологические состояния, тревожные, депрессивные, зависимость от психоактивных веществ. Все это тоже должно быть выявлено, и при необходимости назначается консультация врача-психиатра и соответствующего лечения. Следующая задача диагностического этапа – это определение типа пищевого поведения. И здесь нас для пациентов с избыточной массой тела интересуют три типа пищевого поведения. Эмоциогенное, ограничительное и экстернальное. Что это за звери такие? Ну, с эмоциогенным перееданием эмоциогенным пищевым поведением все знакомы. Это то, что в народе называется «я перенервничала и переела». Заедаю стресс, тревогу, вот, всевозможные эмоции. Обычно такой тип поведения характерен для людей, у которых есть недостаток инструментов и возможности справляться со своим эмоциональным состоянием. Они используют еду как универсальное средство самоуспокоения. Ограничительное пищевое поведение, ограничительный тип пищевого поведения, когда мы про него говорим, обычно это пациенты, которые адепты диет. Вроде казалось бы, где диеты и где избыточная масса тела. А вот они взаимосвязаны, потому что это показано в многочисленных исследованиях, это уже такой научный факт, что чем больше ограничений в питании, тем выше риск перееданий, чем больше перееданий, тем больше риск повышения массы тела. Когда мы говорим про диеты, здесь вот это тоже присоединюсь к Евгении Викторовне, что диета стала словом нарицательным, и в медицинском, научном круге уже стараются отходить от этого термина, слова и использовать синонимы. Рацион питания, рутина питания, структура питания, ну, в общем, как-то видоизменять. Потому что диеты сейчас называют, ну, иногда откровенно мракобесные вещи, например, там на гречке есть только гречку, есть только кефир, есть только зеленое, ну, вот тут можно много интересного найти. Еще один тип пищевого поведения, который тоже нас представляет для нас интерес, это экстернальное пищевое поведение, которое еще называется пищевым кутежом или пищевым пьянством. Здесь имеется в виду вот что. Когда еда представляет для нас очень большую привлекательность, большую, чем ощущение голода и насыщения, то мы, естественно, рискуем переесть.
Это переедание за компанию, все пошли на обед, и я пошла, хотя я, например, не очень и хотела. Торт принесли, надо попробовать. Вот все, как бы, если это обобщить, это можно назвать экстернальным типом пищевого поведения, и он тоже ассоциирован с избыточной массой тела. Еще одной важной задачей на диагностическом этапе является обсуждение и определение ожиданий пациента от процесса и темпа снижения веса, а также ожидаемых изменений в жизни. Поскольку также показано в исследованиях, что чаще всего пациенты с избыточной массой тела некомплаентны к рекомендациям врачей, когда их ожидания нереалистичны, когда они приходят и говорят, что я работаю 24/7, ем урывками, а у меня огромный стресс на работе, но при этом я хочу похудеть на 20 килограммов, желательно завтра. Ну, а что, так нельзя? Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, к лету вы уже не похудеете здоровым путем. Ну, спасибо, обнадежили. Да. Вот. Я могу дать визиточку, будем работать теперь, чтобы вы справились со своим эмоциональным состоянием. Да. Также очень важно с пациентом обсуждать, что не всегда изменения в весе как-то приведут к каким-то желаемым изменениям в жизни. Ну, условно, похудею и выйду замуж, похудею и найду высокооплачиваемую работу, но не всегда связаны между собой, и это тоже важно проговаривать и обсуждать. Значит, следующий этап – это психотерапевтический этап. Он обычно растянут, психолог подключается, может подключаться на разных этапах, на активном снижении веса, на удержании веса, ну, во время срывов у пациента. Что здесь делает психолог? Мы предполагаем, что избыточная масса тела и ожирение связаны с неверными поведенческими решениями, которые приводят к тому, что пациент переедает. Ну, потому что история про то, что я ем как птичка и килограмм ко мне липнет. Тазик щей, два яичка. Пропустим. Простите. Пропустим. И нас как психологов, меня как психолога, интересует, что приводит к этим неверным поведенческим решениям. И здесь мы можем выделить ряд факторов, с которыми, собственно говоря, потом и работаем. Это когнитивные факторы, что здесь имеется в виду. Это стиль мышления, стиль восприятия и содержание мыслей, установок пациента относительно питания, еды, образа тела. Ну вот достаточно большой круг вещей тут затрагивается. Сюда же относится история про особенности восприятия. Дело в том, что есть интересный факт, который показан, что у людей с избыточной массой тела есть особенность восприятия. Им кажется, что они едят меньше, чем на самом деле это происходит. И, конечно, это тоже должно быть фокусом работы, потому что нужно к реальности. Чем ближе мы к реальности, тем лучше. Значит, следующая группа факторов, которые также влияют на неверные поведенческие решения и являются фокусом нашей работы, это эмоционально-личностные факторы. Здесь можно выделить много различных, например, низкая самооценка, переоценка значимости веса и физической формы, трудности эмоционального контроля, тут можно перфекционизм сюда же добавить. Мотивационные факторы. Здесь психолог помогает пациенту изучить свою мотивацию на разных этапах снижения веса и удержания этого веса. Также здесь происходит работа, связанная с укреплением навыков преодоления сложных ситуаций, потому что тоже общеизвестный факт, что чаще всего срывы случаются, когда кроме здорового образа жизни в жизни еще что-то происходит. Да? Не знаю, стресс на работе, развод. Вот эти сложные кризисные периоды обычно сопровождает психолог у пациентов, у которых в анамнезе есть ожирение или избыточная масса тела, чтобы пациент не сорвался. Или если он сорвется, чтобы он быстрее вернулся к соблюдению режима. Вот. Еще одна группа факторов – это социальные, семейные факторы. Сюда можно отнести, здесь мы на самом деле не всегда можем много что-то сделать как психологи, но должны просто это знать.
и принимать. Есть национальные пищевые привычки. И если мы живем в определенной культуре, то сложно будет избегать, не знаю, кулича на Пасху, ну, потому что вот... такая вот у нас культура. Есть семейные пищевые привычки, они тоже часто достаточно ригидные, то есть сложно поддаются коррекции. Отчасти помогает семейная психотерапия, когда всей семьей обсуждается история про то, что мы едим, как мы едим, когда мы едим. Ну, потому что если один человек, один член семьи пытается соблюдать какой-то рацион, выстроенный диетологом, а другой ест чипсы в это время, ну, я думаю, что первому будет сложно. Нет, я хотел сказать, что попробуй, ты не съешь тот пирожок, который тебе бабушка приготовила. Ага. Вот, да. Но я говорю, не все. Мы не все сильны. Вот. Также здесь обсуждается обычно с пациентом история таких саботирующих мыслей, которые возникают, ну, в различных ситуациях социальных. Ну, например, все идут пить кофе и обычно, там, не знаю, едят пирожное. Ну, почему бы мне не съесть, жизнь одна. Это саботирующая мысль, она должна быть опознана как саботирующая мысль, и дальше обсуждается. Либо мы думаем, как эти ситуации избегать, как в них не попадать, либо что делать с саботирующей мыслью. Вот. Какие есть вопросы? Вот в среднем, в целом, наверное, это все, что я бы в общих чертах рассказала. Готова? Ольга, иду к вам. Отвечать. Что делать с саботирующей мыслью, когда ты хочешь съесть пирожное вместе с кофе? Какие способы борьбы? Тут все зависит от иерархии целей и ценностей. Условно говоря, если для вас, как для человека, в вашей иерархии ценностей, например, работа или социум, который провоцирует ваши саботирующие мысли, это какой-то топ, занимает верхние места, то ну, логично, что вы скорее поддадитесь саботирующей мысли, потому что выгода от поведения будет больше. Вот. Если это что-то, что не является в иерархии ценностей чем-то очень значимым, то ну, тогда уже с этим можно думать, что делать. Например, замечать эту мысль и откладывать ее. Например, да, я вижу, что мысль пришла ко мне в голову, но не все мысли руководство к действию. Сейчас я к вам приду. Евгения, ну давайте поговорим про мотивацию. Мы, в принципе, вначале так пробежались, и тоже с вашей коллегой Евгенией тоже говорили про мотивацию, в принципе. Ну, какую мотивацию мы ищем в себе для того, чтобы похудеть? Ну, например, к лету. Понятно, опоздали. Следующая остановка. К Новому году. Ну, что такое? Давайте к Новому году, к оливьешечке. Давайте возьмем какой-нибудь конкретный пример. Ну, вот, например, вы хотите похудеть. Зачем? Например, зачем? Зачем? Что изменится в вашей жизни? Я в кадр не влезал просто в какой-то момент уже. Так, и что? Да, и дальше. Мордочка вот такая. И дальше? Ну, чтобы хорошо выглядеть эстетически, да. У меня и через красоту. Что изменится в вашей жизни, если вы будете выглядеть так, как вам нравится? Так, я буду нравиться себе. Чего не хватает сейчас? Нет, когда ну скажем вы так, если мы идем через себе. Меня, то реально я шел в похудение для того, чтобы прежде всего нравиться себе. Для того, видите, закрылся, мне неловко. Ладно. Нет, не, просто, не буду, не буду если мы вас... говорили, Евгений, нет, вообще без проблем, наоборот, кто-то же должен быть испытуемым, так что все хорошо. Я просто с января до сегодняшнего момента похудел на 18 килограмм. И аплодисменты, спасибо. И я, ну, как бы шел в это, потому что у меня реально мордочка уже не влезает в экран просто. Я понимаю, что у меня подбородок слишком большой. Да, я как бы шел через это, о том, что, ну, как бы, ну, невыносимо. Я хочу, чтобы я себе нравился, и люди на меня смотрели и не думали, какой он толстый, вот. Классно, и так далее. Но если говорить вообще в принципе, почему мы все это затеяли, и мы говорили сегодня про паттерны пищевого поведения, то я, в принципе, для себя, как это осознал за этот период занятия своим питанием и так далее, о том, что, в принципе, любая система работает. Если она регулярно. Если она регулярная. Да. И как мы говорили с Настей, точно так же с Алсу, вот сегодня уже было это озвучено, о том, что если ты существуешь в некой системе, у тебя есть какое-то определенное расписание, у тебя есть определенное какое-то питание, которое продумано, когда ты осознанно подходишь к тому, что ты в себя закидываешь, то оно, в принципе, уже работает на похудение. До определенного уровня. Здесь 88 килограмм стоит, и все две недели. Что с ними делать, а? Да, здесь очень важно, но это правда важно, это то, что мы обсуждаем и с пациентами в том числе. Вот, про мотивацию. Мотивация может быть внешней и внутренней. Внешняя – это я упаковка сушеного манго сама себя не съест сегодня утром. Правда? Это
это саботирующая мысль. Если мы вернемся к мотивации, внешняя и внутренняя обычно мотивируют на похудение, то есть люди, которые приходят в похудение, их чаще всего мотивируют внешние какие-то стандарты. И это большая проблема. Если мотивация внешняя, только внешняя, то чаще всего будет срыв, либо сначала будет депрессивное состояние, а потом срыв. Ну или опять же мы выходим на какое-то плато, а дальше нужно чем-то себя подпитать, какую-то мотивацию добавить, что-то найти какие-то... Либо принять свои ограничения, потому что иногда плата — это, ну вот, ваш предел. И у нас есть конституциональные пределы. Я не согласен. Я не про вас. Со мной был специалист, который рассказал, что вот это вот все уже критическое для твоей сердечно-сосудистой нагрузки, для твоего сердца и так далее. Ты дальше как бы, чем больше будешь толстеть, тем хуже для твоего организма. Забота о собственном здоровье и желание прожить как можно дольше и качественнее — это внутренняя мотивация. Ну там условно говоря. Илья, еще лучше мотивация — это заново влюбиться. Понравится. Я там уже был. А потом спасибо. Влюбленность пройдет и будет срыв. Ну, подождите, нет, почему срыв? Вот, мы работаем в паре, отлично. Вот, ты же пытаешься понравиться, да, это тоже мотивация. Вопрос дальше удержаться. Вопрос дальше, да, то есть дальше мотивация должна быть переформулирована тогда. То есть это может быть, да. То есть, например, влюбленность пройдет, это выйдет, отношения выйдут на плато, и тогда мы плавно переходим к пирамиде Маслоу и к высшей цели. Данные исследования доказывают, что люди, которые остаются в работе, да, которые работают долго и не выходят на пенсию, они более мотивированы. Вот, я не собирался еще, если это вы к этому. Даже не внешне. Я говорю пример мотивации, которая работает длительно, да? Или, например, поздние дети. Это тоже как бы доказано такой хороший мотивирующий фактор. Но это тогда извините. Будет про ценности. Это да. Ценность работы и ценность семьи. Да. Я просто говорю, что есть такие исследования, которые. Да. Это да, ваш микрофон. Да. Давайте. У нас же дискуссия, мы для этого собрались. Так, можно, да? Смотрите, у меня дома есть вот, ну вот сын и муж, да? Муж. А куда от второго сына дело? Систематически, то есть вот как бы, вот я сейчас вот в так, ну как бы я сейчас худею, да? И я ему пытаюсь всегда говорить там вот, пожалуйста, давай вместе, давай вот мы, ты будешь питаться так же, как я, или хотя бы пробовать, или там давай ты сходишь так же, вот анализы сдашь. Я это вот когда пытаюсь его туда вот как бы вставить с собой вместе, прям чувствую, да? Хороший он вопрос, начинает да? злиться, он я не буду, я не хочу, вот мне когда надо, я тогда пойду, а у меня внутри меня кипит, потому что я думаю, неужели потому ты что не у нее хочешь, уже минус 9 как бы, килограмм да, жира, со мной а он это сделать. То есть вот, вот хочу у вас вопрос такой: мне забить, пока я вот вообще этим занимаюсь? Или как замотивировать? Давай пойдем. И как бы думать через только о себе. Осознанность. Думать только о себе и все. И как бы пусть он как хочет, вот потом, когда надо, уже обратиться. Или мне продолжать вот стоять на своем? Я думаю, что продолжать стоять на своем – это неэффективная стратегия, потому что она у вас уже не работает. Если продолжать делать то же самое, но вряд ли она сработает. Он уйдет просто, Настя. Это русская традиция какая-то. Что-то не получается, продолжай то же самое делать. Конечно. Что касается, как говорится, что под можно... лежачий камень. Что касается чего, что можно делать? Имеет смысл убрать из вашей коммуникации вообще обсуждение, что нужно снижать вес. Ну вот само, чтобы это прям висело. Постарайтесь, ну, во-первых, вы как женщина чаще всего руководите процессом, что семья ест. И уже увеличение количества хотя бы овощей и регулярность питания уже будет ок. Потому что регулярность питания – это профилактика перееданий. Чаще всего. Не всегда, но чаще всего. И физическая активность. Ну, а если он налево ходит куда-то пиво пить, все это, дела? Это семейная психотерапия. Ну, пиво это одно, а еще же он же хочет жареное, он же хочет что-то еще такое солененькое. Да, все верно. И тут тоже важный момент, который я добавлю вместо Елены Владимировны, которая не смогла сегодня с нами присутствовать, нашего диетолога. В этом заключается персонифицированный подход к диете. Любимые продукты должны туда включаться, иначе вы будете ими переедать. Уберете шоколадки, но вы их очень любите, ну засекайте время. В общем, время. Если Никита любит пивасик и соленые огурчики, их не исключаешь, но в порцию наваливаешь овощей. Огурцов туда добавляешь. Да, чтобы было сбалансировано. Ну ты поняла, да, что если твоя стратегия не работает, перестань долбить мужа. Да, просто уменьши порции. Получается так? Или своим примером, как это работает? А если она своим примером? Иногда она через неделю 44-й размер как наденет, белье кружевное и еще ну что-нибудь. Ну зачем ему худеть?
все, так уже и уйдет в другую комнату. Обратная ситуация. Вот у меня как раз она говорит о том, что она не может замотивировать мужа. У меня наоборот ситуация. Он тебя мотивирует? Нет, я его. То есть а в чем обратно? Объясню, у нас разница 5 лет. В какую сторону? Небольшая разница, не я старше, он старше. Uh-huh. И каждый раз, когда на отдыхе, или когда состояние, допустим, не хочется, я иду заниматься. Он на меня смотрит, говорит, откуда у тебя столько сил? Ты идешь, он идет за мной заниматься. Либо же, допустим, знает, что у меня сегодня тренировка, идет это делать чуть пораньше, чтобы потом немножко расслабиться. Я к тому, что женщина тоже может быть мотиватором для мужа, только нужно немножко времени. Почему и мозгов. Нет? Ну, применить, я имею в виду. Не в плане, что у тебя их нет, а в плане, что... Чтобы пораскинуть ими, так сказать, надо. Я это имел в виду. Так, ну что ж, есть еще вопросы? Да, можно, да, еще один вопрос? Давайте, я конечно. Уже такой, да. Первый вопрос, Евгения. Работаете ли вы с групповой психотерапией, с группой? Ведете ли вы группы? Всем привет, нет, я Никита, нет, я алкоголик, вот эта история. К сожалению, группового формата у нас в Ильинской больнице нет, но невозможно его тоже пока включить. Нет. Только семейный формат, либо индивидуальный. Ага, да. Хорошо, да. Ну и скажу в поддержку коллег, девочки, да, диета – это перевод с греческого образ жизни, да, и поэтому, правильно сказал Илья, работает только то, что работает, ну и встроено вообще всю жизнь. Поэтому, ну, я просто правда, я пытался все время как-то контролировать свое питание и есть что-то правильное, там, не есть чипсы, вот это вот все, но так или иначе это было разбросано. Когда это в моменте стало систематизировано, оно стало работать, вот и все. Поэтому я, как бы, осознание тоже такое пришло, да. Спасибо. Да, еще один вопрос. Вот, от кого? Да, от меня, пускай. От тебя, да. Давай, Мария. Как влияет применение антидепрессантов вообще на человека? Да. Если мы медикаментозно. Переадресую своей коллеге, врачу-психиатру. Давайте, выходите вот к нам. Да? Так. У вас там есть второй микрофон. Сейчас мы все организуем. Держите. Александра да. Павловна. Добрый день, меня зовут Александра. И я врач-психиатр. Евгений, не уходите, вы еще аплодисменты свои не получили. Постойте с нами, пожалуйста. А, нет, все-таки провожают. Ну, по поводу Александр. Антидепрессантов, на самом деле, очень частый вопрос. Как влияет на вес, я так понимаю? Да, как влияет на вес и с учетом того, здоровье. Что если мы какие-то психологические, психиатрические истории лечим медикаментозно, то каким образом это может отражаться на избыточном весе? Ну или, в принципе, на весе? Ну, вообще, в принципе, когда присоединяется психиатр к данной проблеме, да, проводит, например, диагностику психолог, если выявляются расстройства пищевого поведения либо депрессия, тогда такой пациент отправляется к психиатру. И тут встает вопрос о назначении медикаментозной терапии. Если она показана, то уже вопрос о медикаментозной терапии, и в первую очередь, конечно, это антидепрессанты. В этой ситуации мы выбираем антидепрессант просто с наименьшим влиянием на массу тела. И все это индивидуально как бы подбирается. Давайте скажем, какие антидепрессанты сильное влияние оказывают? Что вот девушки сразу, если вдруг столкнулись с такой проблемой, где нужно, каким образом прочитать об этом, как узнать, с каким специалистом посоветоваться? Гипотетически, когда идет назначение антидепрессанта, мы обсуждаем возможные нежелательные эффекты, которые могут быть, нежелательные явления. В общем, спрашиваем про возможные нежелательные эффекты. Конечно. Ну, сами не применяем, нет, да? Нет, сами ни в коем случае идем не применяем, обязательно. Поэтому название антидепрессантов я даже не озвучиваю, потому что чтобы не было самолечений. Соответственно, нет, так мы же скажем, те, от которых толстеют, вряд ли осознанно пойду. На самом деле это очень индивидуальная история, и даже если в инструкции написано, что может повышать аппетит или повышать массу тела, то это не факт, что случится с данным пациентом абсолютно. Индивидуально. Индивидуально, да. И плюс в данный момент, да? То есть это может произойти позже? Или да, нет? Это в процессе может быть какого-то времени, потом это состояние может стабилизироваться, и тут может вполне снизиться вес обратно. То есть бывает повышение некоторого аппетита, потом это все восстанавливается. Я понимаю, что у вас не было своих слайдов заготовлено, да. Но все же вы уже прослушали трех своих коллег, наши вопросы. Что-то, может быть, вы дополните то, о чем сегодня уже говорилось? Что-то скажете, на что еще обратить внимание с вашей точки зрения профильной? Ну, в данной ситуации важно как бы провести правильную диагностику. Если есть депрессия, то
естественно, нужно лечить депрессию, потому что тогда не будет эффективности от других методов лечения. Поэтому тут и вступает как бы мультидисциплинарная команда. В большинстве случаев, когда депрессия, это тоже есть какое-то заедание или это просто, в принципе, нарушение пищевого поведения, и из-за этого все в организме меняется? Тут совершенно разные патологии. Есть расстройство пищевого поведения, и мы их дифференцируем, там есть различные состояния. Ну, если мы говорим о повышении, да, веса, то, как правило, это булимия, либо переедание. Есть депрессия, которая может сопровождаться перееданиями. Также может быть тревожное расстройство, которое может сопровождаться периодами переедания и заедания стресса. Соответственно, как бы, когда психолог смотрит пациента, то выявляются некоторые моменты и подозрения на определенное расстройство. В этой ситуации тогда отправляется на консультацию к психиатру и уже проводится диагностика. Да, стабилизируется состояние, скажем так, возвращается нормальный рацион, нормализуется настроение и, соответственно, вес приходит к норме. Возвращается как бы обычный привычный образ жизни, потому что депрессия – это прежде всего ухудшение настроения, это изменение как бы активности физической, это апатия и много других разных проявлений. Это нарушение сна, ночные переедания, например, те же самые. Все, ничего нового, все в голове и, как обычно, ночные переедания. Да, виноваты во всем. И основной это мозг. Да. Хорошо, спасибо большое, Александр. Женя уже сегодня говорила про медикаментозную терапию. Я признаюсь, я сам когда-то пробовал Оземпик. Кто из вас когда-нибудь, поднимите руку, пробовал Оземпик? Жень тоже. Ты об этом не сказала. Кто еще? Саксен, да. Еще что-нибудь пробовали, нет? Я же говорю, вам не надо. А ты на чем сидишь, скажи? Я? Да. Правильное питание. У меня просто нет сырых овощей и фруктов. У меня все термически молодец, обработано. Молодец, хорошо. И цвет волос у тебя естественный. Конечно, это я посидел от нервов. Отлично. Ну хорошо. Слушайте, естественно, это должно сопровождаться консультацией, постоянным сопровождением специалиста, который будет регулировать. А Оземпик изначально препарат не для того, чтобы худеть, да? Правда ведь? А для того, чтобы лечить конкретную проблему – сахарный диабет. Да? И пациенты, которые приходят ко мне с ожирением второй, третий стадии, ну и к нам в команду, у них всегда есть такой опыт использования этих препаратов, и они все говорят, вы знаете, я перестал им пользоваться, потому что в какой-то момент он перестал работать, мы там дошли до какой-то критической точки, а потом я перестал и вернул свой вес обратно. И вернул еще больше. Это примерно то же самое, как бывает с диетами. Все пациенты, которые приходят в нашу команду, с ожирением, ко мне говорят, вы знаете, была диета, после диеты я набрал еще больше вес, потом опять диета, опять больше. Ну и вот теперь я вот такой красивый. Делайте что-нибудь со мной. Действительно, в лечении ожирения очень важна работа команды. Ну, потому что это мультидисциплинарная проблема, в которой не должен быть только один специалист. И, кстати говоря, хирург здесь не самый главный. И я это принял в какой-то момент, думаю, ну и отлично. Ко мне только придут тогда, когда это действительно будет необходимо пациенту, а необходимость, она определяется показаниями. В 2022 году Европейская ассоциация бариатрических хирургов и хирургов, которые занимаются метаболическими нарушениями, издали новые рекомендации, когда же все-таки человеку нужно делать операцию на желудке для того, чтобы он похудел. И до 2022 года показанием, просто показанием, да, к этой операции было то, что у человека индекс массы тела должен быть равным или больше 40. А в 2022 году и после этого это все сместилось. До индекса массы тела 35, его несложно на самом деле посчитать, в общем-то, да, там есть калькуляторы специальные. И почему это произошло? Потому что стало понятно, что реально люди, которые доходят до индекса массы тела 35 и более, только в 4% случаев могут справиться с этой историей самостоятельно, без помощи специалистов. Мы, естественно, от бариатрической хирургии имеем какие-то ожидания. Снижение веса в первую очередь, положительное влияние в течение различных заболеваний, сахарный диабет, если он есть, артериальная гипертензия, дислипидемия. И пациенты, которым мы делаем операцию по поводу ожирения, у меня особенно есть группа пациентов 60+, они заходили ко мне, допустим, там с палочкой, еле-еле ходили, да, вспомню, вот последние наши тоже девчонки, красавицы,
А через полгода, сбросив там какой-то вес и продолжая худеть, они в кабинет просто залетают и говорят: выборные. Почему я не сделал эту операцию раньше, и надо было делать это 10 лет назад? Ну, потому что тогда и я еще этим не занимался, кстати. Значит, виды операций, которые делают для снижения веса, бывают разные, и в целом, в основном, используют сейчас три вида операций. Первый – это даже не операция, а манипуляция по установке внутрижелудочного баллона. Слышали что-нибудь про это? Поднимите руку, кто слышал. Отлично, ясно. А кто-нибудь ставил баллон себе? Не ставил. Кто-нибудь думал, чтобы поставить? Не думал. Ну, какой есть. Да, но установка внутрижелудочного баллона – это малоинвазивная процедура, которая делается во время гастроскопии. Мы устанавливаем внутри желудка специальный силиконовый баллон, который раздувается раствором физиологическим примерно до 500 мл, и он устанавливается на полгода. За это время пациент хорошо снижает вес, чувство голода есть, но оно не сильно выраженное. Таким образом улучшаются пищевые привычки, формируются какие-то новые. Если потом их можно удержать, да, то это, в общем-то, хороший путь для того, чтобы снизить вес и дальше его удерживать. Но часто, на самом деле, после установки баллона, если дальше ничего с собой не делают, то происходит ровно то же самое, что если колоть оземпик или быть на диете, тоже ничего не делать. Поэтому зачастую нам приходится все-таки говорить о хирургии. В Ильинской больнице хирургия ожирения стала развиваться с 2000 года. В 2019 году мы, в принципе, начали работать. И с 2019 года сейчас мы делаем в год примерно 3000 операций. Не по поводу ожирения, на самом деле, а по поводу различных историй. Но я просто хочу вам показать, какой у нас спектр возможностей оказания медицинской и хирургической помощи. В 2019 году, когда мы стартовали и стали делать операции, у нас еще в Ильинской больнице появился такой замечательный друг и помощник, который называется робот да Винчи. Слышали что-нибудь про это? Не слышали. Слышали. Робот да Винчи – это хирургический комплекс. Чуть попозже покажу, вон он там с правой стороны. Это специальная система, с помощью которой можно делать лапароскопические операции. Мы поняли, что это нужно осваивать, потому что сейчас весь мир, в общем, оперирует с помощью робота да Винчи, и мы не должны от этого отставать. Поехали в Бельгию, город Гент. Рядом с городом Гентом есть прекраснейшая деревня под названием Мелле. Такая, знаете, деревушка, среди которой есть просто футуристическое здание, в которой вот эти роботы для обучения стоят, находятся, и там мы обучались. Обучение происходило на мини-пигах. Мы оперировали хрюшек, которым также были подключены аппараты искусственной вентиляции легких, анестезиологи. Все было очень похоже. И, кстати говоря, курицу здесь не просто так. Знаете, зачем? Очень многие меня спрашивают, просто говорят: Михаил Григорьевич, а зачем вообще и чем отличается хирургическая, то есть роботическая хирургия от стандартной лапароскопической? Ну, потому что же можно сделать просто лапароскопически, не выпендриваться там с роботом, да? А я говорю: вы знаете, вот как кажется вам, и привожу сравнение, вот если взять курицу, да, взять вилку и нож, удобно будет курицу-то есть? Ну, конечно, как бы кажется вроде удобно, но эстетично, но реально неудобно. Потому что на самом деле, если взять ту же самую курицу в руку, да, и есть ее, то это 100% намного удобнее. Но это может быть не так эстетично. Вот роботическая хирургия – это примерно такая же история, такое сравнение, потому что с помощью робота да Винчи любую операцию можно сделать просто удобнее и лучше, нежели чем лапароскопически. Начиная с 2020 года мы стали использовать в Ильинской больнице хирургический комплекс да Винчи для выполнения бариатрических операций. В первую очередь операции, которые называются рукавная резекция желудка. Наверняка слышали, я вижу, кто-то кивает. И это сейчас наиболее часто используемая операция для того, чтобы эффективно снижать вес у пациентов. Есть еще операции гастрошунтирования, используются в основном для лечения сахарного диабета, но это операция, которая делается наиболее часто. И вот наш первый пациент, которому мы сделали роботическую операцию, это был Клим, чуть дальше вы увидите. На сегодняшний день уже много пациентов, которых мы прооперировали, и они все,
ну, почти все, кто-то вышел из-под нашего контроля, кто-то нет, наблюдаются у специалистов нашей команды. Сразу скажу, те, кто находятся под контролем нашей команды после операции, те имеют максимально хорошие результаты. Самой главной проблемой повторного набора веса после операции, а такое тоже, к сожалению, бывает, но крайне-крайне редко, является то, что пациент перестал ходить к врачам, ну и считает, что он справится в дальнейшем самостоятельно. Вот Клим, красавчик, да, 27 лет, он к нам пришел, это было в 2020 году, пришел с весом 196 килограмм, у него был фантомный вес больше 200, 210, он худел, а потом опять поправлялся. Все произошло, когда он уехал в Англию учиться, оторвался от родителей, вот, ну и там, в общем-то, начались проблемы с перееданием. А на картинке, где уже написано 101, это результат через год. Он за год похудел на 95 килограмм после рукавной резекции желудка. Мы с ним на связи до сих пор. Он сделал себе пересадку волос, еще съездил в Турцию, ему там была бы такая необходимость. И сейчас он просто вообще другой человек. И именно, кстати говоря, вот на примере Клима можно сказать, потому что у него, естественно, индекс массы тела был больше 40, и он как раз-таки входил вот в те 96%, которые не могли справиться без врачебной помощи с своей проблемой с ожирением. Кстати говоря, хороший вопрос. Вообще лишняя кожа бывает, остается, но не у всех, далеко не у всех. Все зависит от конституции, возраста. Мы с ним об этом говорили, у него остался небольшой фартук, но он говорит, что мне, в принципе, это меня не парит и не мешает, и мне и так хорошо, вот, я пока не хочу. Но в нашей команде, кстати говоря, есть пластический хирург, который занимается редукционными вмешательствами после бариатрических операций. Убирает кожу на животе, руки, ноги, ну, и так далее. В заключение я хочу сказать следующее, и это важно. То, что, знаете, какая лучшая операция? Вот какие. Я так считаю, я хирург при этом. Лучшая операция – это та операция, которая не сделана. И спасибо большое. Но это не все. Сейчас будет череда, еще три слайда небольших. Приготовьте телефоны, потому что нужно будет сканировать QR-код, и не один, кстати говоря. Какое-то время назад психологи, они, кстати говоря, опять смеются надо мной, я на своем телеграм-канале и в инстаграме завел рубрику. Рубрика, помните, раньше такая была передача «Топ-гир» про машинки разные, а я завел рубрику «Топ-жир». И в этой рубрике я простым русским языком рассказываю, как сделать так, чтобы ну, либо не поправиться, либо снизить вес и так далее. Реально на самом деле вся наша жизнь состоит из привычек, хороших или плохих. Ну вот просто вдумайтесь, вся наша жизнь состоит из привычек. Это правда так. Плохие привычки легче появляются в жизни человека и проще закрепляются. Хорошие привычки сложнее. Есть очень хорошая книга, которая называется «Атомные привычки». Кто-нибудь читал, нет? Очень советую, супер книга. Почитайте обязательно. И вот возможность снижения веса или его предотвращения его набора этого веса, она заключается в привычках. Если у тебя есть лишний вес или ожирение, первое то, что ты должен сделать, посмотреть, как ты живешь, что ты делаешь. Привык ли ты двигаться часто, да? Или ты, допустим, сидишь вечером на диване и не заставляешь себя лишний раз выйти на улицу пройтись. Кстати говоря, я вот хожу почти... Сейчас не каждый день, через день стараюсь, через два дня там, по 5-10 километров. Просто ходьба обычная. Я перестал пользоваться лифтом год назад. Уже год я там не пользуюсь лифтами нигде. Не у себя дома, я живу на 12 этаже, не в больнице. Хожу пешком. Каждое утро уже год я подтягиваюсь перед тем, как пойти на работу. И вечером тоже подтягиваюсь. И я за этот год, кстати говоря, похудел на 10 килограмм. Ну вот да, ну я же не просто так Оземпик пробовал, который мне не пошел, честно говоря, вообще никак. Вот. У меня тоже негативный опыт.
Евгений, микрофончик. Мы врачи иногда эксперименты проводим над собой, не над пациентами, да, гораздо, так скажем, безопаснее над собой провести эксперимент. Вот. И я хочу сказать, что переносимость препарата была не очень хорошая, и я не продолжила этот эксперимент в связи с тем, что самочувствие было абсолютно нересурсное с точки зрения того, что на работу идти совершенно не хотелось, и сил не было. Поэтому мой эксперимент был достаточно кратковременный. Жень, я согласен полностью, что на работу... Там вроде бы пятница, суббота, там друзья кто-то зовут, Миш, пойдем, там пиво попьем, еще что-то. Я говорю, слушай, я не могу. Я даже как-то специально стал делать вот эти вот инъекции так, чтобы к пятнице меня хоть как-то отпускало, чтобы можно было расслабиться. Но это не значит, что такая реакция бывает у всех пациентов. У нас очень много успешных, хороших кейсов, когда пациенты худеют и на 20, и на 30 килограмм. И знаете, на те 5-6, которые снизить очень сложно – каждая история, она индивидуальная, это такой персонифицированный подход, но действительно побочные эффекты надо учитывать, и не все могут переносить, да, их, и не все должны терпеть, это надо учитывать. Спасибо. Да, это правда так. Поэтому подписывайтесь, если что, я там каждый вторник пишу о том, как ввести в своей жизни хорошие привычки, их постараться удержать. Ну и большое спасибо за внимание. Здесь мой инстаграм и еще телеграм-канал о роботической хирургии. Мой номер телефона, кстати говоря, если нужна помощь в любое время дня и ночи, мы помогаем людям. Михаил Выборный, главный хирург Клинской больницы.